Никогда еще тихая Костромская обитель не видала столько знатных вельмож. Из Москвы прибыли послы от Земского собора. Пали на землю перед инокиней Марфой. Молили со слезами, чтобы благословила своего сына на московское государство. Он единственный, кто ничем себя во время смуты не запятнал. На него вся надежда. Ежели Михаил откажется, то снова начнется смута, и второй такой беды земля уже просто не переживет. «1598 год. Скончался сын Ивана Грозного, царь Федор. Последний из династии Рюриковичей, правивших страной более 700 лет. Детей Федор не имел, а младший брат его, Дмитрий, погиб при невыясненных обстоятельствах. Новым царем народ избрал Бориса Годунова. Вскоре объявился самозванец, назвавшийся якобы уцелевшим Дмитрием. Лжедмитрий захватил русский престол и женился на полячке Марине Мнишек, объявив ее царицей. Через год Лжедмитрий был убит, и Марине пришлось покинуть Москву. Когда появился новый самозванец, она будто бы признала в нем мужа и вскоре родила от него сына Ивана, мечтая возвести его на русский престол. Московское царство оставалось без правителя. Воспользовавшись анархией, на его территорию открыто вторглись Швеция и Польша. Началась война. Россия потеряла Карелию, Новгород и Смоленск. Оставшиеся земли распахивались на 10%. Работать было некому. Население сократилось в несколько раз. Все понимали, России нужен законный царь. Иначе страна просто погибнет. Подходит к концу страшная зима 1613 года. Со всех концов разоренной страны идут к Москве люди. Им предстоит сделать небывалое. В Москве собирается Всероссийский земский собор, который должен решить судьбу Отечества. Земский собор – русский парламент 16-17 веков. Созывался в экстренных случаях для решения важнейших политических вопросов. На Земский собор 1613 года прибыло около 1000 человек всех сословий, включая высшую аристократию, духовенство, купечество, чиновников и крестьян. 3 марта состоялось решающее голосование. После изнурительных споров и сомнений царем выбрали 16-летнего Михаила Романова. Отец Михаила, Федор Никитич Романов, был двоюродным братом царя Федора, сына Ивана Грозного, и потому мог законно претендовать на престол. Но с приходом Бориса Годунова Федор Никитич был устранен, насильно пострижен в монахи с именем Филарет. Его жена Ксения пострижена с именем Марфа. Их поселили в разных монастырях. Позже Филарет оказался в польском плену. Выполняя дипломатическую миссию, он вместе с другими членами русской делегации был арестован, фактически взят в заложники. Поляки скрыли от Филарета, что в Москве его сын избирался на царство. Михаил Федорович, забудет царя! Решение Земского собора было оглашено на Красной площади при бесчисленном скоплении народа. Михаил Федорович, да будет царь и государь Московскому государству и всея русская держава. Детство и юность Михаила пришлись на страшные годы смуты. Ему было всего 4 года, когда его отняли у родителей и отправили в деревню. Потом матушка забрала Михаила, и несколько лет они просидели в разоренной Москве. А потом вырвались под Кострому, в Ипатьевскую обитель, к тихому житию. Шесть часов подряд.
с чудотворной иконой Феодоровской Богоматери. Охрипшие и измученные послы умоляли Романовых принять бремя власти. После многих лет безвластия, смуты, разорения, на русский трон восходил новый царь, родоначальник новой царской династии – Михаил Федорович Романов. Божию милостью великий государь, царь и великий князь всея Руси самодержец. Воскресенье, 11 июля 1613 года, начались торжества венчания на царство. Теперь дороги назад не было. Поднявшись по ступеням Успенского собора сыном боярина, вниз Михаил Федорович Романов сошел царем. В ситуации, когда страна была на краю гибели, юный царь интуитивно выбрал единственно возможный способ правления – коллегиальный. По его инициативе Земский собор, который раньше собирался раз в несколько лет, теперь действовал практически постоянно, превратившись в высший совещательный орган российского государства. Вопреки ожиданиям многих, Михаил Федорович не стал марионеткой в руках враждующих боярских кланов, а начал реально управлять страной. На слова одного голландца о необходимости жестких мер царь ответил: «Вы разве не знаете, что наши московские медведи в первый год на зверя не нападают, а начинают только охотиться с летами?» Трон под Михаилом пока еще был шаток. На русский престол имелось сразу три претендента. На севере – шведский принц Карл Филипп, на западе – польский королевич Владислав, на юге – трехлетний мальчик Иван, прозванный в народе Варенком, сын Марины Мнишек и самозванца Лжедмитрия II. За малышом стояло трехтысячное казачье войско авантюриста Ивана Заруцкого. Но царские войска разбили казаков, самозванцы были арестованы, в кандалах привезены в Москву и казнены. Казнь была проведена на площади у Серпуховских ворот при большом стечении народа. Голландский путешественник Элиас Геркман сохранил воспоминания об этом на всю жизнь. Заруцкого посадили на кол. Затем публично повесили Дмитриева сына. Была метель, снег бил мальчику по лицу. Он несколько раз спрашивал плачущим голосом: «Куда вы несете меня?» Но люди, несшие ребенка, успокаивали его, доколе не принесли, как овечку на заклание, на то место, где стояла виселица, на которой повесили несчастного мальчика, как вора. Маленьким Иваном могли воспользоваться авантюристы, дабы начать новую смуту. И чтобы не допустить этого, Михаилу, первому царю из новой династии, пришлось решиться на эту казнь, взяв на душу страшный грех. Новой смуты не случилось, но началась война. Шведские войска осадили Псков. Гарнизон отбил 5 штурмов. Михаил велел дипломатам сделать все, чтобы заключить мир. В феврале 1617 года был подписан Столбовский договор, по которому России возвращался Новгород с прилегающими землями. Вскоре на Москву пошла польская армия, которую вел лично королевич Владислав, все еще претендующий на русский престол. Поляки сумели подойти почти вплотную к Кремлю, к стене Белого города, современному бульварному кольцу. От перебежчиков узнали: поляки ведут подкоп, собираются заложить мину у Арбатских ворот. Несмотря на уговоры, государь наотрез отказался покинуть Москву. Он распорядился собрать большой отряд и ждать. Помимо интереса государственного, у него был еще один, личный.
Его отец, митрополит Филарет, по-прежнему находился в польском плену, и Михаил четко понимал, оставив Москву, потеряет трон, а потеряв трон, не увидит отца. Полякам дали бой и отбросили их с потерями. 1 декабря 1618 года было подписано Дюлинское перемирие на 14,5 лет. Россия получила назад земли от Вязьмы до Чернигова. Но многие вопросы так и остались нерешенными. Смоленск и другие земли все еще оставались за Польшей, а Владислав так и не отказался от претензий на российский престол. Но продолжать войну разоренная страна не могла. Нужен был мир, чтобы отдышаться, восстановиться хотя бы на десяток лет. Лично Михаил Федорович одержал здесь свою первую крупную победу. Главным результатом перемирия для России стал возврат всех пленных, захваченных еще во время смуты. Из Польши вернулся его отец. Все 9 лет разлуки Михаил чувствовал эту неразрывную связь. С самого детства он стремился быть похожим на него. Михаил дождался встречи с отцом, человеком из легенды, митрополитом Филаретом. А вернувшийся из плена после 9-летней разлуки отец увидел перед собой подлинного государя всея Руси, Божьего помазанника, царя. Уже через 10 дней по царскому умолению Филарет был поставлен патриархом московским и всея Руси. В будущем они станут править вместе, отец и сын. Влияние же матушки, всемогущей властной инокини Марфы, с этого момента пошло на убыль. Она была отстранена от государственных дел, с сыном виделась все реже. А между тем царю исполнилось уже 20 лет, о чем и было торжественно объявлено всему народу. По милости Божией, великий государь, царь Михаил Федорович, приходит в лета мужеского возраста, и время ему, государю, приспело сочетаться законным браком. Матушка Марфа подыскала невесту. Только Михаил и без нее уже все решил. Давно, еще во время ссылки, он влюбился в Машеньку Хлопову, дочку одного из своих надзирателей, и обещал, что женится только на ней. Марию Хлопову официально объявили царской невестой и поселили в верхних покоях дворца. Оберегателями к ней приставили братьев Салтыковых, родственников государыни-матери. Но вдруг незадолго до свадьбы невеста заболела. Государь был сам не свой от волнения. Весь дворец был в смятении. Салтыковы тотчас созвали консилиум иноземных лекарей и с торжеством объявили. Доктору ее смотрели и говорили, что в ней болезнь великая. Излечить ее невозможно. В народе шептались. Одна детама мутит государева матушка, не велит на Хлоповой жениться. Как бы то ни было, бедная Машенька Хлопова вместе с родственниками была отправлена в ссылку в Сибирь. Позже дознание с перекрестным допросом показало козни Салтыковых, за что те были высланы в родовые отчины. Но свадьба была уже расстроена, и Михаил долгое время слышать о женитьбе не хотел. Лишь когда ему исполнилось 28, близкие забили тревогу. Без наследника существование новой династии оказалось под вопросом. Как и прежде, у игумени Марфы на примете имелась подходящая кандидатура. В этот раз, аще и нехотя, но матери не прислушав, Михаил женился на родовитой княжне Марии Долгорукой. Сыграли свадьбу. Но вскоре невеста занемогла, а через 3 месяца умерла. Скорее всего, ее отравили. Но доказать это так и не удалось. После этого Михаил устранил мать от своих брачных дел и распорядился устроить традиционные выборы невесты. Смотреть девицу сдалека внимательно, какова возрастом, лицом, белизною, глазами, волосами и во всяком приражении, и нет ли какова увечья. Была здорова собою и в разуме добра. Обычаи выбора царской невесты – своего рода конкурс красоты. Количество претенденток исчислялось тысячами. Вначале девушек осматривают отборщики на местах.
отбирают по трем параметрам: мера роста, размер головы и длина стопы. Затем в столице кандидаток осматривают ближние бояре и придворные лекари. В завершение 10-20 самых красивых селят во дворце, и царь лично ходит знакомиться с ними. Когда Михаил огласил свою царскую волю, приближенные едва не лишились дара речи. Государь выбрал себе в жены девицу Евдокию Стрешневу, которая никаких отборов не проходила, потому что была служанкой одной из кандидаток, дочерью небогатого дворянина. Наученный горьким опытом, государь велел беречь ее как зеницу ока. Сам обо всем позаботился. Имя невесты заранее не оглашалось, и привезли ее во дворец только за 3 дня до венчания. Семейная жизнь Михаила сложилась вполне благополучно. Русская Золушка, царица Евдокия, оказалась добродушной и спокойной, любящей и любимой. И хотя из 10 детей Михаила и Евдокии выжили только 4, 3 дочери и сын Алексей, это означало, что новая династия будет жить. Постепенно в его душе, как и во всем государстве, установились покой и равновесие. Пришло время отвоевать земли, потерянные во время смуты. Предстояла новая война с Польшей. Михаил Федорович начал военную реформу. Именно он, а не его внук Петр I, стал вводить в армии новые полки европейского образца. За образец была взята шведская армия, лучшая на то время в Европе. Полк состоял из 8 рот по 200 солдат. Из них 120 мушкетеров и 80 пикинеров. Было закуплено 1100 мушкетов нового образца, которые весили 4 килограмма вместо 6, что позволяло стрелять без подставок. К 1632 году было сформировано 10 полков нового строя численностью 17 тысяч человек. Однако мало создать новую армию, необходимо научить ее побеждать. Но для этого время пока не пришло. Достижения этой долгой войны оказались ничтожными. Поленовский мирный договор 1634 года оставлял за Польшей все завоеванные ранее земли, кроме города Серпейска. Россия должна была выплатить контрибуцию в 20 тысяч рублей. Но зато Владислав навсегда отказывался от претензий на российский трон. На внутриполитическом фронте дела обстояли намного лучше. Михаил добился того, что в Россию стали охотно приезжать специалисты из Англии и Голландии. Они вкладывали в местное производство свои капиталы и оставались жить, образуя в городах иноземные слободы со своей инфраструктурой. Такие, как знаменитая впоследствии немецкая слобода в Москве. Всех иностранцев в народе тогда называли немцами, от слова «немой». В данном случае не говорящий по-русски. На 10-м году своего царствования Михаил Федорович пригласил английских геологов для разведки железных и медных руд в Зауралье. Уже через 8 лет на Урале построили первый государственный завод по выплавке железа. Началось медеплавильное производство. Еще через 12 лет был основан оружейный завод под Тулой, который существует до сих пор. В первой половине 17 века Россия стала экспортировать оружие в самые развитые страны Европы. Многих иностранцев поражало, сколь низкими были в России того времени налоги и подати. Первый государь из династии Романовых заботился о простых тружениках, прекрасно понимая, что именно они составляют экономическую опору государства. Средняя зарплата составляла 3 копейки в день. На эти деньги можно было купить 3 цыплят и 45 яиц или 1,5 килограмма свежей семги. На овчинную шубу можно было заработать за 2 недели, на сапоги – за 10 дней, на корову – за 2 месяца.
Российское государство обретало все больший вес в мире. В знак расположения к царю и патриарху персидский шах Аббас I переслал в подарок части Ризы Господней. Риза Господня – бесшовный хитон, полученный по жребию одним из воинов, бывших при распятии Иисуса Христа. После обретения святыни Филарет наложил недельный пост и велел носить ее к болящим. В первые полгода Риза показала 67 чудес исцелений, во вторые – 4. В церковном календаре было установлено празднество в ее честь, а на территории Кремля возведен храм Ризоположения. Сегодня одна из частиц Ризы Господней хранится в храме Христа Спасителя. После всеобщего одичания времен смуты новая власть заботилась о культурном возрождении России. Одним из первых распоряжений Филарета стало восстановление разрушенного печатного двора и некогда огромнейшей царской библиотеки. По отдаленным монастырям проводился розыск книг для посылки в Москву. Книги уникальные, имеющиеся в одном экземпляре, оставляли на месте. С них было велено снимать копии. Спустя всего 3 десятилетия после полного разорения и анархии Россия вернулась к прежнему уровню хозяйства. Ширилась торговля, развивались ремесла, страна богатела и заново отстраивалась. Голод и разруха ей теперь не грозили. Наступила эпоха экономической и политической стабильности. Кроткий царь Михаил Федорович все-таки выполнил свою невыполнимую задачу. 12 июля 1645 года царь праздновал свой день рождения. Утром после церковной службы, словно предчувствуя кончину, Михаил принародно простил всех обидевших и согрешивших против него. Распорядился об амнистии заключенным. Придя домой, первый государь династии Романовых простился с женой и сыном и тихо отошел в мир иной, прожив на свете ровно 49 лет, день в день. Три дня вся Россия прощалась со своим государем. Тысячи и тысячи людей всех званий и сословий приходили, чтобы поклониться гробу царя. Во всех храмах страны служили панихиды по усопшему. Молебны заказывали не только в церквях, но и на дому. Наследник престола Алексей Михайлович был так же молод, как и его отец, когда восходил на престол. Только страна теперь была совсем другой. Вместо анархии – сильная власть. Вместо разрухи – процветание и благополучие. Не прошло и 30 лет после смуты, страна восстала из пепла и двинулась вперед. Правителем мощной державы стал человек необычайно одаренный. Красивый, талантливый, умный, жизнерадостный, набожный. Ему предстоят громкие победы и кровавые бунты, великие свершения и роковые ошибки. Алексей Михайлович станет одним из самых ярких и противоречивых русских правителей. А его время потомки назовут «золотой эпохой Московской Руси». Для юного царя Алексея бремя высшей власти не стало неожиданностью. Его готовили к этому с детства. Взрослое воспитание царевичей начиналось с 6 лет. Их учили грамоте. Сначала по азбуке, потом по псалтыри. Штат наследника включал 20 стольников, 6 преподавателей, 18 музыкантов, а также телохранителей, акробатов и шутов. В
7 лет у царевича Алексея был свой набор настоящего оружия. Маленькая пищаль, лук со стрелами, сабельки, полный доспех немецкой работы, а также музыкальные инструменты, географические карты и гравюры из Западной Европы. Главным воспитателем Алексея был боярин Борис Морозов. Он старался расширить кругозор своего подопечного и приобщить его к западной культуре. В начале своего правления царь Алексей не раз появлялся перед боярами в немецком платье. При дворе водилось немало европейцев – переводчики, дипломаты, учителя. Личный врач Алексея, англичанин Сэмюэль Коллинз, был в восторге от своего царственного подопечного. Наружность императора красива, здоров сложением, волосы его светло-русые, он не бреет бороды, высок ростом, его осанка величественна. Он жесток во гневе, но обыкновенно добр, целомудрен, одарен обширной памятью, большой покровитель веры. Его, без сомнения, можно было бы поставить наряду с добрейшими и мудрейшими государями, если бы не окружало его густое облако доносчиков и бояр, которые направляют к злу его добрые намерения. Первые 2 года своего царствования Алексей либо предавался разным потехам, либо ездил на богомолье по дальним монастырям. Также он собирал коллекцию русских и экзотических птиц. В селе Измайлово завел лосиную ферму и ставил агротехнические эксперименты. Пытался вырастить в Подмосковье бухарские дыни, миндаль, хлопок и виноград. Но любимая забава Алексея Михайловича – соколиная охота. Ей он предавался с упоением. На царских соколиных дворах было не менее 3000 соколов, и каждого царь знал по имени. Штат сокольничих насчитывал 100 сотрудников разных рангов с жалованием от 6 до 60 рублей в год, не считая разовых премий. Все сокольники числились за приказом тайных дел. Всех царь знал в лицо, а руководитель охоты Афанасий Матюшкин был его близким другом. Содержание соколиных дворов обходилось казне в 75 тысяч рублей ежегодно. Во время царских выездов на охоту процессия растягивалась на километр. Сначала выезжали 300 стольников на богато оседланных лошадях, по трое в ряд. За ними 300 конных стрельцов в клюквенных кафтанах, по пятеро в ряд. Потом еще 500 рейтеров, тяжело вооруженных конников. Далее вели 40 выводных коней в драгоценной упряжи. За ними шли запасные каретные лошади, а уже потом ехал сам царь в английской карете и сопровождавшие его бояре и придворные. Еще несколько десятков человек. Юный царь развлекался и делал это воистину по-царски. А всю рутину, то есть управление государством, он возложил на своего воспитателя Бориса Морозова. Чтобы избавиться от засилья Морозова, бояре решили юного царя женить. Женатому и взрослому воспитатель не нужен. Но Морозов предусмотрел этот вариант. Как скоро царю наступила пора жениться, к нему свезли всех лучших красавиц из государства. Одной, которая ему понравилась, он дал платок и кольцо. Но когда она в другой раз явилась перед ним в царской одежде, Морозов приказал так крепко завязать ей венец на ее голове, что она упала в обморок. Тотчас объявили, что у ней падучая болезнь. Ее старый отец, бедный дворянин, сослан в Сибирь, из горя умер по дороге. А семья его осталась в немилости. Морозов попросил молодого царя помочь выбрать невесту для себя, вдовца, и представил ему сестер Милославских. Алексей тут же влюбился в старшую Марию, а Морозов женился на младшей Анне, годившейся ему во внучки. Таким образом он закрепил свое положение у трона, чего и добивался. Семейная жизнь Алексея Михайловича сложилась вполне счастливо. Царица Мария, хотя была и старше супруга на 5 лет, оказалась идеальной женой. Она прожила с мужем душа в душу 20 лет и родила ему 13 детей.
Царь Алексей был очень привязан к семье. Из поездок и походов писал жене и детям длинные письма. Однако спокойной и безоблачной его жизнь не была. Вопреки прозвищу «Тишайший». 1 июня 1648 года Алексей со свитой возвращался в Москву из Троицы Сергиевой Лавры. Когда процессия вошла в городские ворота, выяснилось, что дорога перекрыта огромной толпой. Горожане всего лишь хотели передать государю челобитную, письменную жалобу о бесчинствах чиновников. Но царь отказался говорить с народом, а стрельцы разогнали толпу, арестовав главных жалобщиков. На другой день государь отправился в Сретенский монастырь. Когда он возвращался возле Кремля, огромная толпа оттеснила охрану, царского коня схватили под уздцы. 19-летний Алексей впервые оказался лицом к лицу со своим народом. Но даже будучи окруженным разъяренной толпой, он сохранил выдержку, принял челобитную и обещал выполнить все требования. Немедленно выдать на растерзание злостных взяточников и казнокрадов, и в первую очередь царского фаворита Морозова, которого обвиняли в насилиях, неправдах и лихоимстве. За 2 года Морозов превратился в богатейшего землевладельца страны и составил себе огромное состояние. А для пополнения государственной казны он сильно урезал или вообще отменил жалование всем чиновникам. Им оставалось только брать взятки. На ключевые посты Морозов назначил своих людей, получив с них крупные деньги. И, наконец, были повышены пошлины на продажу соли. Соль была главным консервантом и позволяла запасать продукты впрок. Когда она подорожала в 4 раза, то перестала быть доступной всем, и это уже грозило голодом. То, что произошло потом, стало немедленно известно при европейских дворах. Из донесения некого голландского путешественника, вероятно, шпиона. Народ толпой явился на царский двор. Тут стрельцы приняли сторону народа и ворвались в дом Морозова. Они все попирали ногами, бросали за окна и препятствовали всякой попытке вынести что-либо, неистово крича при этом «То кровь наша!». Сам же Морозов бежал в одну из комнат его царского величества, где и укрылся. Погромы шли по всей России. В Устюге, Сольвычегодске, Курске. Царь оказался осажденным в собственном дворце. Беременная царица от страха едва не скинула плод. Спустя 5 месяцев она все-таки родит ребенка, но первенец царской четы не проживет и года. Царь выдал на казнь многих взяточников, но только не Морозова. Царь плакал на глазах у всех и жалобно просил оставить в живых его любимого дядьку. Морозова отправили в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. В Кремле был спешно собран Земский собор, который постановил: для наведения порядка в государстве срочно требуется разработать единый и универсальный свод законов. Была создана специальная комиссия, в работе которой принял живейшее участие сам государь. Соборное уложение стало первым юридическим кодексом, охватывающим все сферы жизни государства, и первым печатным памятником российского права. Включающее в себя 25 глав и почти 1000 статей, уложение было переписано и склеено в столбец длиной в 309 метров. Сразу после его принятия было отпечатано и разослано по большим городам 1200 экземпляров. Уложение учитывало интересы всех сословий, в первую очередь дворян. Вводился бессрочный розыск беглых крестьян, а это означало их полное и окончательное закрепощение. Соборное уложение действовало без малого 200 лет, до 1832 года. Когда бунт утих, Морозов вернулся из ссылки. На его место возле Алексея было уже занято. Другом и наставником молодого царя стал 43-летний архимандрит Новоспасского монастыря Никон.
Царь Алексей с детства был крайне набожен, прекрасно разбирался в богословии и очень любил торжественные богослужения. Никон произвел на него сильное впечатление и вскоре был возведен в сан митрополита Новгородского, а через 3 года стал патриархом. И тут же с одобрения царя новый патриарх начал масштабную церковную реформу. За 4 столетия со времени татаро-монгольского завоевания в богослужебных книгах накопились многочисленные неточности и погрешности. Обряды стали ощутимо отличаться от греческих. Быт и нравы русского духовенства вызывали многочисленные нарекания. Целью реформы было упорядочивание церковной жизни, а средством – исправление ошибок и разногласий в богослужебных книгах и приведение их к изначальным древнерусским и греческим образцам. Троеперстие при крестном знамении вместо двуеперстия. Количество поклонов на литургии. Форма музыкального сопровождения богослужений. Написание имени Иисус с 2 «и». Исправление орфографии и грамматики славянских текстов, их приближение к нормам русского языка того времени. Те, кто не принимал реформу, старообрядцы, уходили в дальние леса, устраивали массовые гари, самосожжения в молельных избах. Протопоп Аввакум, в прошлом единомышленник Никона, оказался в числе яростных противников нововведений. Он провел в заточении 15 лет. Число его сторонников неуклонно росло, и к концу царствования Алексея Михайловича их количество не поддавалось подсчету. Противники Никона яростно отвергали все, что он делал. А между тем, многие его нововведения шли на пользу церкви. Как, например, он пытался навести дисциплину среди духовенства, способствовал просвещению. Алексей Михайлович поддерживал реформу, но его начало тревожить то, что Никон вмешивался в дела большой политики, в дипломатию, в военные предприятия царя. А патриархи разносили скверные слухи, призванные подорвать доверие Алексея. Недовольство государя патриархом дошло до того, что однажды Алексей Михайлович не пришел на патриаршую службу в Успенском соборе. Это могло означать только одно. Царь больше не желает видеть Никона. Никон уехал в основанный им Воскресенский Новоиерусалимский монастырь ждать, когда царь придет к нему просить прощения. Однако государь вместо этого предпочел назначить нового патриарха. В 1666 году был созван Большой Архиерейский собор. За самовольное оставление сана собор официально низложил патриарха Никона, а протопопа Аввакума за раскол отлучил от церкви. Но итоги Великой Церковной реформы были полностью узаконены. Пылкий юноша, мечтательный поклонник соколиной охоты, любящий супруг и отец, царь Алексей Михайлович теперь остался по-настоящему один. Тишайшему выпало едва ли не самое бурное время в истории России. За все время правления дома Романовых именно на его эпоху пришлось самое большое количество народных возмущений, в том числе восстание Стеньки Разина. Донской атаман Степан Разин, который неоднократно возглавлял казачьи разбойничьи экспедиции в Поволжье и на Каспий, вознамерился распространить систему казачьей вольницы на всю страну и поднял восстание. Разинцы захватили ряд поволжских городов, к ним присоединились десятки тысяч крестьян. Правительство вынуждено было бороться с повстанцами силами регулярной армии. Война продлилась год. До тех пор, пока казацкие старшины не выдали Разина властям. Спокойной жизни у Алексея Михайловича не было никогда. Не успел он разобраться с бунтами и реформами, как началась новая война с давним врагом Польшей. Ведь по итогам смутного времени Речь Посполитая удерживала множество русских земель, в том числе стратегически важный Смоленск.
Не успел царь уйти на войну, как пришли страшные вести. В Москве моровое поветрие, чума. Царскую семью и весь двор спешно вывезли в Троице-Сергиеву лавру. Столицу заперли в карантин. В середине 17 века Москва была одним из самых больших городов Европы. До эпидемии ее население составляло около 300 тысяч человек. Столько же насчитывалось в Париже. В Неаполе – 270 тысяч. В Лондоне и Амстердаме – по 200 тысяч. В Венеции и Антверпене – по 150 тысяч. В Риме, Генуе, Праге – по 100 тысяч. За 5 месяцев эпидемии в Москве умерло около 150 тысяч человек. Половина населения. Улицы были завалены трупами. А между тем войску в походе нужно было платить жалования. Вся казна оставалась в зачумленной Москве. Стрельцы могли заразиться, и тогда всему войску конец. Алексей Михайлович придумал в буквальном смысле отмывание денег. Серебряные монеты обработали мылом и щелоком, прополоскали и только потом раздали стрельцам. В войске не заболел никто. Война с Польшей продлилась 13 лет. Удалось отвоевать всю Западную Русь. Но долгая война истощила казну, и пришлось пойти на мировую, отдав часть завоеваний. По Андросовскому перемирию 1667 года к России наконец возвращался Смоленск, Чернигов и другие земли, захваченные поляками во время смуты. А левобережная Украина вошла в состав российского государства. Чтобы пополнить казну, правительство Алексея Михайловича провело денежную реформу. Из-за недостачи в стране золота и серебра в оборот вводилась медная монета, которая приравнивалась к серебряной. Жалования стали платить медью, а налоги по-прежнему собирали серебром. Вскоре медные деньги упали в цене, но монетные дворы продолжали их чеканить. Через 5 лет за 1 серебряный рубль давали уже 12 медных, а в Москве 15. В конце июля 1662 года, когда царь находился в загородном дворце в Коломенском, по Москве стали ходить прокламации, где все ответственные за чеканку медной монеты объявлялись ворами и изменниками. Народ двинулся в Коломенское. Едва царь успел выйти из церкви, как оказался окружен толпой. Один шустрый торговец даже схватился за пуговицы царского кафтана. Алексею стоило больших усилий сохранить хладнокровие. Он пообещал во всем разобраться и в том поклялся, ударив по рукам с шустрым торговцем. Люди начали расходиться, и дворцовая охрана смогла вывести царя из толпы. Но тем временем из Москвы подоспели еще бунтовщики. Некоторое время Алексей с высокого крыльца молча слушал оскорбления. Он уже вызвал стрельцов, и теперь нужно было тянуть время. И только завидев, что стрелецкие полки окружили толпу, царь дал волю своему гневу. А потом началась расправа. За несколько часов в Коломенском погибло 2500 человек. Бунт был подавлен. Медные деньги пришлось отменить. Государство даже возместило убытки, как обанкротившийся банк, по 5 копеек за рубль. Несколько месяцев шло дознание с пытками. Следственные комиссии пытались выявить зачинщиков мятежа. 150 человек были повешены и четвертованы. Около 1000 отправлены в ссылку с выжженным на лице клеймом «Б» – бунтовщик. Во время медного бунта, как и 14 лет назад, царица тоже была беременна и едва не потеряла ребенка. Потрясение не прошло даром. Спустя 5 месяцев в родах царица умерла. Родившаяся девочка пережила мать всего на 5 дней. После бунта Алексей Михайлович стал очень подозрительным. Он создал особый приказ тайных дел,
который совмещал функции контрразведки, тайной полиции, цензурного комитета и карательной системы, а также занимался координацией работы других приказов и проверкой их деятельности. В отличие от остальных, он располагался не в Кремле, а на Лубянке. Имел систему пыточных подвалов и тюрем и обладал самым большим штатом сотрудников. Неофициально на жаловании в приказе тайных дел состояли многие чиновники, лавочники и особенно кабачики. У царя в приказе был собственный рабочий кабинет. Со временем он практически все дела стал решать именно там. Приказ тайных дел вел также личную царскую канцелярию и дневальные записи. Первые в России метеорологические наблюдения. К концу своего царствования он полюбил лесть и словословие. Его придворные старались перещеголять друг друга в цветистых эпитетах. Ученый монах и поэт Симеон Полоцкий постоянно сравнивал царя с солнцем. Любые появления Алексея Михайловича на людях обставлялись с чрезвычайной пышностью. Все церемонии придумывал и продумывал до мельчайших подробностей сам государь. Так в скором времени он бы и превратился в напыщенного стареющего деспота, если бы не встретил ее. На званом вечере в доме боярина Артамона Матвеева по русскому обычаю первую чарку его величеству поднесла племянница Матвеева, 19-летняя Наталья Нарышкина. В это мгновение царь словно помолодел и преобразился. Но необходимо было соблюсти приличия. По всей стране объявили смотр невест. Перед царем прошли 74 красавицы из красавиц, и только одна из них не волновалась. Наталья Нарышкина знала, что все это инсценировка для отвода глаз. Пока девушки гадали, кто из них станет царицей, морозным январским утром к дому Матвеева подъехал закрытый вазок. Наталью облачили в тяжеленное платье и повезли в Кремлевский Успенский собор венчаться. Спустя полтора года молодая царица родила сына. Для Алексея Михайловича это был уже 14-й ребенок, но он обрадовался ему как первому. В историю этот мальчик действительно войдет как первый. Петр Первый Великий. На радостях Алексей Михайлович решил воплотить в жизнь одну свою давнюю задумку – комедийную потеху или театр. В селе Преображенском была построена особая комедийная хоромина. Из немецкой слободы приглашен пастор Иоганн Готфрид Грегори. Он написал пьесу «Артаксерксово действо» по мотивам библейского сюжета. Артистами стали 65 юношей из лютеранской школы. Первая в истории русского театра премьера состоялась 30 октября 1672 года. Представление длилось 10 часов. Царицы и царевны смотрели спектакль из-за особой решетки, закрывающей их от придворных. Позже были написаны и поставлены еще 5 пьес, также на библейские темы, и переработка балета «Орфей». Сам Алексей Михайлович как будто позабыл о своем возрасте или вовсе раздумал стареть. Он стал изучать лекарские книги и составлять травяные сборы, скрупулезно выполнял все указания лекарей. Особенно охотно он прибегал к кровопусканию и рекомендовал эту операцию всем придворным. А кто отказывался, бывал государем бит. Иногда, как говорили, царю отворял кровь любимый сокол, умеющий бить жилу с дивной точностью. В январе 1676 года Алексей Михайлович простудился и по обыкновению решил лечиться сам. Но уже через неделю состояние его здоровья стало безнадежным. 29 января царь соборовался и благословил на царство старшего сына Федора. В ночь на 30 января наступила смерть. Алексею Михайловичу было 46 лет.
Алексей Михайлович оставил после себя государство богатое, сильное и стабильное. Именно он заложил мощнейший потенциал будущего развития страны. Однако в истории он окажется в тени своего младшего сына Петра Великого, который закончит то, что было начато отцом. Алексей Михайлович умер в самом расцвете сил, и без него страна враз почувствовала себя осиротевшей. Наследник огромного царства Федор Алексеевич на похороны отца не смог прийти. Его принесли на особых носилках в виде стула. Разглядывая зеленоватое болезненное лицо под царской шапкой, бывалые люди говорили: «Но теперь держись. Быть боярскому царству и смуте». Разве такое бывает? Или это морок, колдовство? На троне империи мечтательный мальчик. А за него правит его старшая сестра. Мудрая, справедливая, решительная. В комедийной хоромине царя Алексея Михайловича шло действо о византийской царевне Пульхерии, правительнице при малолетнем императоре. Вся царская семья, затаив дыхание, следила за происходящим на сцене. И только одной из царевен было не до забавы. На сцене она увидела свою воплощенную мечту. Откуда ей было знать, как далеко заведет ее эта мечта? Когда Федор Алексеевич венчался на царство, все было спокойно и благополучно. Многочисленный дом Романовых процветал. Царь Алексей Михайлович заранее объявил наследником старшего сына Федора и перед смертью успел благословить его на царство. Единственное, что смутило народ, во время церемонии молодого царя носили на особом стуле. Сам он идти не мог. На престол многие, почти не таясь, говорили: «Не жилец». Федор был с детства болен скорбутом, цингой. Эта болезнь вызывает анемию, подкожные кровоизлияния и отеки, нарушение развития костной и хрящевой ткани. В 17 веке от нее страдали во время войны или морского похода. Цинга возникала из-за острой нехватки витамина С. Но у первых Романовых она имела редкую форму – хронического заболевания. Из-за болезни Федор был вынужден много времени проводить в покоях, вдалеке от шумных игр.
Возможно, поэтому он с детства проявил большую склонность к наукам. Его учителем был знаменитый философ и поэт Семён Полоцкий. Для своего времени Фёдор получил поистине энциклопедическое образование. Царь прекрасно разбирался в богословии, философии, риторике, поэтике, свободно владел польским языком, в оригинале читал Овидия и писал стихотворные сочинения. Фёдор имел обширную музыкальную библиотеку, отлично пел, обладал талантом композитора. Но главной его страстью было конозаводство. Когда Фёдору было всего 3 года, его по обычаю пересадили с игрушечной лошадки на настоящую. Мальчик был в восторге. Он увлекся всем, что связано с лошадьми. Лучшим подарком теперь для него был породистый конь. Родители надеялись, что занятия верховой ездой укрепят здоровье царевича. Но вышло наоборот. Свидетелем несчастного случая оказался близкий друг его отца, боярин Артамон Матвеев. Будучи на 13-м году, он однажды собрался в пригороды прогуливаться со своими тетками и сестрами в санях. Им подведена была ретивая лошадь. Будущий государь сел на нее верхом. На сани насело так много, что лошадь не могла тронуться с места, но вскакала на дыбы, сшибла себя седока и сбила его под сани. Тут сани всей своей тяжестью проехали по спине Федора Алексеевича и измяли у него грудь, отчего он теперь чувствует беспрерывно боль в груди и спине. Фёдор Алексеевич, с детства бывший под влиянием западной моды, хотел разрушить все устаревшее и ненужное, позаимствовать на Западе новое и полезное. Но к власти его практически не допускали. Из-за болезни он почти не покидал дворца. Тем временем бразды правления взял в свои руки родственник царя Иван Милославский при поддержке многочисленного клана. Первоклассный дипломат Артамон Матвеев, будучи заклятым врагом Милославских, был отправлен в ссылку. При юном царе установилось правление боярских кланов. Были упразднены приказ тайных дел и счетный приказ, которые раньше осуществляли общее управление и контроль системы. Иван Милославский забрал под себя 2 ключевых приказа – большой казны, аналог Минфина, посольский, аналог МИДа, и еще несколько второстепенных. Остальные приказы отдал под контроль своим людям, каждому по 6-7 учреждений, чтобы хватило прокормиться всем. За несколько лет количество приказов увеличилось с 42 до 60, а общее число чиновников с 882 человек до 2762. В государственном аппарате оказалось множество бездельников и казнокрадов. Особенно среди друзей Милославского. Дела правления пришли в беспорядок. Это была любовь с первого взгляда. В день вербного воскресенья по Красной площади шел торжественный крестный ход. Огромная толпа оглазела на пышную процессию. И в этой толпе 18-летний Фёдор увидел её. Она отличалась от других. Не столько красотой, сколько гордой осанкой и смелым взглядом. Девушку разыскали. Это оказалась Агафья Грушецкая, дочь смоленского шляхтича, которая сиротствовала в доме дяди. Фёдор повелел, чтобы он ту свою племянницу хранил и без указа замуж не выдавал. Но безвестная и худородная Грушецкая в роли царицы никак не устраивала Милославских. С ее появлением рушились все планы расстановки сил при дворе. Спустя полвека историк Василий Татищев, проведя расследование, выяснил.
Умыслил Иван Милославский государю оную Агафью тяжким поношением омерзить, представляя, что мать ее и она в некоторых непристойностях известны. Однако ж сия девица, познав, что то напрасная на нее клевета, по требованию их вышед сказала, чтобы они о ее чести никакого сомнения не имели, и она их в том под потерянием своего живота утверждает. Ободренный этой новостью, царь захотел вновь тайно свидеться со своей избранницей. Он поехал гулять на Воробьевы горы, а по дороге будто бы случайно проехал мимо дома Агафьи. Родня показала Федору Алексеевичу любезную ему девицу в окне светелки. Их взгляды встретились. И Федор принял первое в своей жизни самостоятельное решение. А злокозненного Милославского велено было спустить с крыльца и при дворе отныне не принимать. Для соблюдения протокола фиктивные смотрины невест были все же проведены. Каждый из участников этого спектакля знал еще до его начала имя победителя. И жених, и невесты, и устроители. Но отказаться от древнего обычая было нельзя. Женившись на своей Агафье, Федор тем самым обрел все права взрослого человека. Вошел в полные лета. И вдруг сын Тишайшего, который сам подписывался не иначе, как «Наша тихость», решился жить. Словно наперекор судьбе. Наступило время править. Первым делом царь Федор Алексеевич издал именной указ, обращенный к Боярской думе. Боярам, окольничьим и думным людям съезжаться вверх в первом часу и сидеть за делы. Первым делом была запущена налоговая реформа. Вместо многочисленных сборов вводилась одна фиксированная подать на содержание стрелецкого войска. С одного двора в год причиталось 90 денег, стоимость 72 килограммов зерна или 26 килограммов говядины. Острая нужда в наличных вынудила царя ввести возможность откупа косвенных налогов, что существенно пополнило казну государства. В 1679-80 финансовом году из прихода в 1 220 367 рублей 53% дали таможенные и кабацкие сборы, 44% – прямое обложение и 2,7% – мелкие пошлины. Следом была проведена перепись населения. Перепись 1678 года выявила 5 миллионов 600 тысяч человек. Учитывалось лишь податное население и только на территории коренных русских уездов. Если учесть все остальное население – инородцев, население Сибири и казачества, то в стране проживало около 12 миллионов человек. По численности населения Россия занимала четвертое место в Европе. По занимаемой территории – первое. К концу правления династии численность населения в России составит около 103 миллионов человек. Следом была начата межевая реформа. Уточнялись старые и устанавливались новые границы между земельными владениями всех видов. Поместьями, вотчинами, землями дворцового приказа, собственность царя и владениями монастырей. Затем последовала военно-окружная реформа. Вся страна, за исключением Сибири и Поволжья, была разделена на 9 военных разрядов – округов. Из служилого населения каждого разряда формировались отдельные полки. На этой основе спустя 20 лет брат Федора, Петр I, построит новую армию новой страны. Для устранения несправедливости возобновил работу челобитный приказ. Лицо любого чина и звания могло жаловаться также в расправную палату и лично государю. Узнав однажды, что придворные в челобитных стали уподоблять царя Всевышнему, Федор возмутился. И то слово в челобитных писать непристойно. И если кто впредь дерзнет так писать, и тем зато быть в великой опале. Федор Алексеевич отменил целый ряд телесных наказаний
предполагавших увечья. Например, отсечение рук, ног, пальцев. Взамен нарушителей соответствующих статей принялись ссылать в Сибирь. Тем самым государство сохраняло себе полноценных работников. Было положено начало освоению огромных пустующих территорий за Уралом. Деревянная Москва, раз в 30 лет выгоравшая до основания, до угольев, наконец в полной мере стала белокаменной именно при Федоре Алексеевиче. Деньги на строительство каменных домов выдавались из казны с рассрочкой выплаты кредита на 10 лет. Царь лично приезжал на пепелище и выдавал ссуды. Большая часть долгов по этой средневековой ипотеке так никогда и не была оплачена. Но дело было сделано. Построена каменная Москва. И, наконец, было отменено местничество, принцип занятия должности в зависимости от знатности рода. Главным критерием становились личные заслуги и мнение царя. Быть всем, где кому великий государь укажет. В сенях царской передней палаты в присутствии митрополитов и епископов были торжественно сожжены разрядные книги, содержавшие в себе специальные сведения о всех боярских родах. Отныне родовая ответственность уходила в прошлое, уступая место ответственности личной. Федор Алексеевич торопился изо всех сил. Он ввел при дворе польскую моду. Особо смелые стольники даже начали брить бороды. Основал типографское училище, из которого позднее выросла славяно-греко-латинская академия, устроенная по европейскому образцу. Построил Изюмскую засечную черту, тем самым окончательно обезопасив южную границу России. Завел первые в российской истории казенные богадельни. Собирался реформировать суды. Казалось, что болезнь отступает. Но Федор понимал, времени у него очень мало. А он собирался еще так много сделать. Большую же часть времени и денег отняла очередная война. На этот раз с турками и крымскими татарами. Без искусного дипломата Матвеева, который все еще был в ссылке, военного конфликта избежать не удалось. В 1677 году 100-тысячная крымско-турецкая армия вторглась на территорию Украины. Ей противостояла русско-украинская армия общей численностью около 57 тысяч человек. Несмотря на почти двукратный численный перевес, турки потерпели поражение. Через год 200-тысячная турецкая армия была отбита 120-тысячной русской, но русские полководцы не сумели развить успех. В 1681 году был заключен Бахчисарайский мирный договор между Россией, Турцией и Крымским ханством сроком на 20 лет. Левобережная Украина и Киев с окрестными землями оставались за Россией. Граница с Турцией устанавливалась по Днепру. Между Днепром и Бугом оставалась буферная зона. Эта война отняла у государя много душевных сил. Поэтому он был рад заключению мира. И здоровье его заметно окрепло. Быть может, потому что его возлюбленная супруга была в положении. И к лету они ожидали появления на свет царского первенца. Но счастье продлилось недолго. Царица умерла в родах, а новорожденный царевич Илья пережил мать всего на 6 дней. Федор так и не смог оправиться от этой потери. Его состояние стало ухудшаться с пугающей быстротой. Понимая, что нужен наследник, через некоторое время Федор согласился на второй брак. Невестой стала 14-летняя Марфа Апраксина. Во время венчания Федор сидел, стоять сил уже не было. Через 2 месяца после свадьбы, немного не дотянув до 21 года, он умер, не успев отдать распоряжение о наследнике.
Федор III мог бы стать настоящим просвещенным монархом и вывести Россию в русло общеевропейской цивилизации. Для этого у него было все – образование, воля, характер. Все. Кроме здоровья. Всего за 6 лет правления Федора Алексеевича была создана основа для самой мощной в мире регулярной армии. Учреждена система социальной поддержки и трижды снижались налоги. На тысячи верст расширилась территория страны. В невероятно короткие сроки отстроена в камне столица. Заложены основы системы светского образования. Федор уже одобрил проект создания университета, но подписать указ не успел. Его смерть ожидали. Одни с надеждой, другие со страхом. Опустевший трон открывал дорогу во власть двум боярским кланам. Милославским, родственникам покойной царицы Марии, и Нарышкиным, родственникам здравствующей царицы Натальи. Весь вопрос был в том, кто быстрее добежит до трона. Кандидат от Милославских, царевич Иван, 15 лет, полуслепой и в целом очень больной человек. Или кандидат от Нарышкиных, царевич Петр. Здоровый и умный, но всего 10 лет от роду. Через час после кончины Федора Боярская дума при активной поддержке патриарха Иоакима провозгласила царем малолетнего Петра Алексеевича. Клан Нарышкиных вырвался вперед. Для всех дворцовых обитателей это означало, что одни верхние бояре сменились на других. Но для одного человека это было крушением всех надежд. Она хотела простых вещей. Вырваться из заточения, любить, быть счастливой. Но обычная девичья доля ей была заказана. Она царевна. К 1682 году в Теремном дворце обитали 9 царевен – Анна, Татьяна, Евдокия, Марфа, Софья, Екатерина, Мария, Феодосия и Наталья. Замуж они выйти не могли. Русские не подходили по статусу, иностранцы – по вере. Всю жизнь царевны проводили в своих покоях, в строгой изоляции от посторонних, выезжая только на богомолье или на важную церемонию. Окна их восков наглухо закрывались шторами. А если царевна шла пешком, то ее отгораживали от зрителей суконными полотнищами и большими зонтами. Доступные развлечения – катание летом на качелях в дворцовом саду, зимой – на санях и выступления придворных песенников. Главные занятия – молитвы, участие в богослужениях и благотворительность. Все царевны заканчивали образование уже к 10 годам, научившись грамоте, арифметике и закону Божию. Но Софья упросила позволить ей заниматься дальше вместе с братом Федором. Учитель Симеон Полоцкий нашел в ней любознательную и умную ученицу. Она изучала философию, богословие, риторику, польский и латынь, очень много читала, сочиняла нравоучительные пьесы. Ее любимым персонажем была византийская царевна Пульхерия, мудрая соправительница при немощном брате. Софья тоже хотела стать такой. Ее брат-царь Федор Алексеевич иногда прислушивался к ее мнению, но не более того. И только его смерть дала Софье долгожданный шанс. Теперь, если на трон сядет другой братец, слабоумный Иван, Софья станет русской Пульхерией. Но мешали Нарышкины, родственники ненавистной мачехи. И Софья разработала многоходовую комбинацию прихода к власти. Роль пусковой пружины она отвела стрельцам. Стрельцы, аналог европейских мушкетеров, были основой русского пешего войска. В Москве было размещено 26 полков общей численностью 22,5 тысячи человек. В свободное от службы время стрельцы имели право заниматься торговлей и обладали налоговыми льготами.
Рядовой стрелец получал жалование 3-5 рублей в месяц. В переводе на современные деньги от 30 до 50 тысяч. Жалование офицера-сотника составляло от 15 до 20 рублей. Полковника от 30 до 60 рублей. Но порой за счет подчиненных полковники получали до 200 рублей. В последнее время жалование стрельцам выплачивалось неравномерно. Часть денег забирали себе полковники, при этом заставляли рядовых стрельцов работать в своих усадьбах, как крепостных. Стрельцы были близки к точке кипения. Этим и воспользовалась царевна Софья. Ее провокаторы распускали разные слухи о Нарышкиных, подбивали стрельцов на бунт. В это время в Москву из ссылки вернулся сторонник Нарышкиных Артамон Матвеев. Опытный политик, вполне способный взять ситуацию под контроль. И тогда Софья пошла ва-банк. Стрельцам сообщили, что царя Федора отравили Нарышкины, а теперь собираются извести царевича Ивана. По настоянию патриарха Иоакима на Красное Крыльцо вывели показать толпе царевичей Ивана и Петра, живых и здоровых. Но стрельцам нужны были Нарышкины и их сторонники. Толпа ворвалась во дворец. Иван забился в угол. Петр изо всех сил вцепился в Артамона Матвеева. Но маленького царя отшвырнули прочь, как щенка, и на его же глазах сбросили Матвеева с крыльца на подставленные копья. Один из очевидцев расправы, подьячий патриаршего приказа, писал: «В мелочи зарубили Артамона Матвеева. До боярина князя Юрия Долгорукова за ворота выволокли и искололи. И на другой день его ж мертвого изрубили в мелкие части. Казну разгромя все и задрали, и разметали. В царских хоромах по всем ходили невежливо с ружьем и искали бояр казнить. Дверь у палат вырубили, и дворецкого по веревке в окно ж метали, и вис он на веревке». Продолжалось еще три дня. Были убиты братья царицы Афанасий и Иван Нарышкины, боярин Языков, глава стрелецкого приказа князь Михайло Долгорукий, глава посольского приказа дьяк Иванов, царский лекарь Иоганн Гутменш. Всего около 100 человек. 19 мая стрельцы потребовали уплатить им все долги за 40 лет в размере 240 тысяч рублей. 23 мая поступил новый ультиматум – на престол посадить двух царей – Ивана и Петра. И, наконец, 29 мая – последнее требование, завершающее эту многоходовую игру. До совершеннолетия царей регентом при них сделать царевну Софью. Это было ничем не прикрытое беззаконие. Потому что за полтора месяца до этого на Соборной площади в Кремле царем был венчан Петр, и ему была принесена присяга. Женщина, прокладывающая себе дорогу к власти руками вооруженных гвардейцев. В истории России Софья не будет последней на этом пути, но уж точно останется первой. Софья понимала, что положение ее крайне непрочно. Завоеванную власть нужно было еще как-то удержать. Первым делом она распорядилась полностью выплатить стрельцам все долги по жалованию. Для этого была переплавлена часть серебряной посуды из царской сокровищницы. Затем Софья рассадила на все ключевые должности своих людей. Посольский приказ, МИД, возглавил ее фаворит князь Василий Голицын. Стрелецкий, Рейтерский и Большой казны, то есть Минобороны и Министерство финансов, князь Иван Хованский по прозвищу Тараруй, то есть Балабол. Хованский быстро понял, что стрельцы – серьезная сила, что правительство их боится, и вознамерился зайти на трон на стрелецких копьях. Так началась Хованщина. Безумное лето 1682 года.
когда Москвой правила стрелецкая хунта во главе с Хованским. Город был фактически оккупирован собственной армией. Но царевна Софья не для того начинала свою опасную игру, чтобы делиться властью с кем бы то ни было. Благо, стрельцы были не единственной военной силой российского государства. Настала очередь дворян. В светлый праздник Преображения Господня под предлогом посещения крестного хода в Донском монастыре Софья Алексеевна покинула стены Кремля. Но вскоре возок свернул с дороги и окольными путями двинулся в село Воздвиженское, близ Троицы Сергиева монастыря. Там Софья расположила свою временную резиденцию, чтобы в случае чего отсидеться за его стенами. Разослала письма по многим городам с описанием стрелецкой крамолы и бунта. Теперь оставалось только ждать сбора дворянского ополчения. В конце 17 века дворянское ополчение или поместное войско насчитывало 14,5 тысяч человек, 10% от общей численности войска. Состояло из представителей дворянства, которые за службу получали земли. Помимо воинских сборов, обязаны были являться на ежегодные смотры конно, людно и оружно, то есть на коне, со своим оружием, доспехами и в сопровождении нескольких вооруженных холопов. Основную часть войска, 77 764 человека, или 50%, составляли полки нового строя, рейтеры, драгуны, гусары, значительная часть которых была иностранными наемниками. Стрелецкие войска составляли 35% вооруженных сил. Время работало на Софью. Когда Хованский сообразил, что его переиграли, он отправился к Софье на переговоры. Его уже ждали. Царевнины стольники схватили его на постоялом дворе, сонного, и привезли к Софье в Воздвиженское 17 сентября, как раз в день ее рождения. Поставили перед царевной на колени, зачитали обвинение в измене и отрубили голову. Вместо него во главе стрелецкого приказа встал верный пес Софьи Федор Шокловитый. Бунт закончился. Царский двор вернулся в Москву. Правительница и старший царь Иван обосновались в Кремле, а царица Наталья и младший царь Петр в загородной резиденции Преображенское. Село Преображенское на берегу Яузы, территория 22 десятины или 24 гектара. Деревянный дворец 20-летней давности. Из всех загородных резиденций самое далекое от Кремля. Сразу за рекой начинается Кукуй или немецкая Слобода. Через год младший царь Петр соберет в Преображенском из дворовых и крестьянских ребят потешное войско, которое потом превратится в Преображенский полк, первый полк гвардии Российской империи. Установилось хрупкое равновесие. Царица Наталья с Петром на отшибе, царевна Софья с Иваном в Кремле. Сходились вместе только во время важных церемоний. Для царей-соправителей сделали двойной трон со специальным окошком. Во время приемов иноземных послов царевичам подсказывали, как себя вести и что говорить. Петр, хоть и маленький, соображал быстро. А Ивану все давалось тяжелее. Как и многие мальчики, рожденные Марией Милославской, Иван Алексеевич был болезненным с детства. Водянка, цинга, общая слабость. Плюс задержка интеллектуального развития и очень слабое зрение. Он был вялым, равнодушным, ничем особым не увлекался и никакого интереса к власти не проявлял. Государством управляла Софья, советуясь со своим фаворитом Голицыным, который получил пышный титул. Большого полка, дворовый воевода, царственные большие печати и государственных великих посольских дел сберегатель.
С одобрения Софьи Голицын составил фантастический по тем временам проект преобразования государства, которым опередил свое время без малого на 150 лет. Главным пунктом было освобождение крестьян от крепостной зависимости. Но проект не состоялся. Тогда подобное действие могло привести к большому дворянскому мятежу. Современники называли князя Василия Голицына не иначе, как «великий». Убежденный западник, свободно говоривший на 5 иностранных языках, непревзойденный дипломат, человек энциклопедических знаний и государственного ума. Да еще и первый красавец Москвы. Софья была влюблена в него без памяти. Едва ли не каждый день писала ему нежные письма. «Я, батюшка мой, здорова твоими молитвами. А вы, свет мой, не стойте, и так вы утрудились. Чем вам платить за такую нужную службу? Наипаче всех твои, света моего, труды. И если б ты так не трудился, никто б так не сделал». Голицын призывал Софью продолжить начинание ее брата Федора, но Софья не вполне понимала их значение и размах. К тому же она не могла преодолеть сопротивление боярской оппозиции. Зато Софья открыла первое в России высшее всесословное учебное заведение – Славяно-греко-латинскую академию, на базе училища, основанного ее братом Федором. Первыми преподавателями академии стали знаменитые греческие ученые. Обучение делилось на 8 классов и длилось 12 лет. Основные дисциплины – греческий, латынь, грамматика, риторика, философия и богословие. Академия располагалась на территории Заиконоспасского монастыря на Никольской улице. В настоящее время ее здание занимает РГГУ. Из академии возникли Московский государственный университет имени Ломоносова, Академия наук и Московская духовная академия. К 1686 году подошло время продлевать мирный договор с Польшей. Усилиями канцлера Голицына и его сотрудников после долгих и трудных переговоров 6 мая в Москве был подписан так называемый «Вечный мир между Россией и Польшей», венчающий внешнюю политику всего 17 века. Этот мир был очень выгодным для России. За русским царством окончательно признавались территории Смоленщины и Черниговщины, а также левобережные Украины, Запорожье и Киев. Но «Вечный мир» имел дополнительные условия. Россия вступала в антитурецкую священную лигу европейских государств и обязывалась воевать с крымским ханом, вассалом Турции. Голицын как мог пытался тянуть время. Он был против этой войны. Несмотря на это, Софья именно его поставила во главе войска. Она уже грезила громкими победами. Казалось, что маленькая победоносная война поможет ей закрепиться на троне. К тому же, какой женщине не хочется видеть своего избранника верхом на белом коне в сияющих доспехах рыцаря без страха и упрека? Не успел Голицын уйти в поход, как вслед ему полетели Софьины письма. «Свет мой, братец Васенька, здравствуй, батюшка мой, на многие лета. А мне, свет мой, веры не имеется, что ты к нам возвратишься. Тогда веру заимею, когда увижу в объятиях своих тебя, света моего». В мае 1687 года 100-тысячная русская армия соединилась на левом берегу Днепра с донскими и запорожскими казаками и направились к Перекопу. Но степь оказалась выгоревшей, что полностью лишало конницу фуража. По слухам, степь жгли не татары, а запорожские казаки, которые не хотели усиления России. Поход пришлось прервать. На следующий год войско составило уже 150 тысяч человек. 15 мая состоялось единственное сражение, где татары отступили, и через 5 дней русская армия подошла к Перекопу. «Письма твои к нам все дошли в целости из-под Перекопу. Я брела пеше из Воздвиженского и не помню, как зашла, чла идучи. Бог свет мой ведает, как желаю тебя, душа моя, видеть». Но в Крым Голицын идти не решился.
Сразу же за перекопом простиралась безводная степь. Голицын предпочел обойтись без массовых жертв и вернулся, сохранив армию. Последнее, впрочем, было довольно условно. От жары и голода русская армия потеряла едва ли не половину своего состава. И это без столкновений с неприятелем. Итоги второго крымского похода были близки к катастрофическим. История не простила этого поражения князю Василию Васильевичу Голицыну. Впоследствии, отправляясь в ссылку, он с досадой узнал, что одним из главных пунктов обвинения стала именно эта злосчастная степная неудача. Все последующее за походами десятилетия Голицын провел в своем имении, отдалясь от двора. А непосредственно после крымской катастрофы он узнал, быть может, самую страшную для себя опалу – сердечную. Пока Голицын воевал, его возлюбленная правительница Софья предпочла ему другого. Ловкого, безродного, циничного пройдоху Федора Леонтьевича Шекловитова. Чтобы угодить правительнице, Шекловитый вызвал в Москву знаменитого украинского художника Александра Тарасевича, который сделал парадный портрет Софьи в царской короне со скипетром и державою в руках на фоне двуглавого орла. Софье понравилось. По ее приказу портрет был гравирован на меди, отпечатан во множестве экземпляров и отправлен ко всем европейским дворам. К тому времени она уже присвоила самой себе титул. «Божию милостью, благочестивейшая и вседержавнейшая великая государыня, царевна и великая княжна отечественных дедичеств государыня и наследница и обладательница». Софья Алексеевна стала появляться на официальных церемониях и приемах послов не за спинкой трона, а открыто. Ее вдохновлял пример великой английской королевы Елизаветы. Как только Ивану исполнилось 18, Софья тут же женила его на 20-летней Прасковье Салтыковой, рассчитывая на скорое появление наследника. Тогда клан Милославских получит династическое преимущество. Но прошло еще 5 лет, прежде чем царица Прасковья забеременела. Тогда засуетились Нарышкины. Петру еще и 17 не исполнилось, как его спешно женили. Невесту нашла царица-мать. 19-летняя Евдокия Лопухина не отличалась ни умом, ни образованностью, зато была отменного здоровья. Начиналась новая гонка. Кто первый родит наследника? У Ивана и Прасковьи родится 5 дочерей. Из них выживут 3 – Екатерина, Анна и Прасковья. Анна Иоанновна станет российской императрицей. А дочь Екатерины, Анна Леопольдовна, регентом при малолетнем императоре Иоанне VI. На нем прервется линия Романовых-Милославских. У Петра и Евдокии родится 3 сына, из которых выживет только старший – Алексей. Его сын станет императором Петром II, и на нем закончится прямая мужская линия Романовых-Нарышкиных. 30 мая 1689 года Петр стал совершеннолетним, и Софье как регенту полагалось сложить с себя полномочия. Но она не собиралась этого делать. По ее приказу Шекловитый все лето вел подрывную работу среди стрельцов, чтобы с их помощью опять совершить государственный переворот. Собирал полковников, говорил, Нарышкины хотят царевну Софью и царя Ивана извести, а стрельцов разослать по дальним крепостям. Полковники охали, но на открытый бунт не решались. Тогда были озвучены гонорары за участие в перевороте. Рядовым 2 рубля, сотникам по 10, полковникам по 100 плюс право грабить дворы убитых. Напряжение нарастало. В ночь с 7 на 8 августа из Стрелецкой слободы в Преображенское тайно прибыли гонцы. Доложить Петру, что готовится покушение на него и переворот. Понимая, что пришло время брать власть в свои руки, Петр отправил письмо брату-соправителю Ивану. «Сестра наша, царевна Софья Алексеевна, государством нашим начала владеть своей волею. Ныне злодеи наши Федька Шекловитый и товарищи умышляли об убийстве нашим и матери.
А теперь, государь-братец, настоит время царствия править самим, понеже пришли в меру возраста своего. А сестре нашей в расправе дел быть и не изволяем. Сравно, государь, при нашем совершенном возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас. Вечером правительницы доложили. В Преображенском пусто. Царь Петр и царица-мать с беременной невесткой и весь двор отбыли в Троице-Сергиев монастырь. За Петром ушли два потешных полка, еще и стрелецкий полк под командованием полковника Лаврентия Сухарева. История повторялась. Только теперь время работало против нее. Из охотника она превращалась в добычу. августа. Софья направила к Петру посла боярина Ивана Троекурова. Он вернулся ни с чем. 16 августа. В Троицу приехал боярин Петр Прозоровский. Результат тот же. 20 августа. Софья упросила поехать патриарха Иоакима. Патриарх не вернулся, остался при Петре. В Троицу начали потихоньку перебираться бояре, чиновники и даже стрельцы. 27 августа. Софья поехала сама на переговоры к брату, прекрасно понимая, что не нужно этого делать, что будут только напрасные унижения. Но сидеть и ждать сил не было. В 10 верстах от Троице-Сергиева монастыря, в том самом селе Воздвиженском, где 7 лет назад казнили Хованского, Софью остановил боярин Троекуров, тот самый, который еще 2 недели назад был ее послом. Он передал приказ Петра возвращаться. 31 августа. Софья вернулась в Москву, собрала стрельцов на площади и, стоя на дворцовом крыльце, плакала перед ними, жалуясь на брата. Но эффект оказался прямо противоположный. Вместо того, чтобы возмутиться, стрельцы испугались. Рядом с Софьей остался только верный Шекловитый. 4 сентября. К Петру шли все иноземные полки во главе с генералом Гордоном. 6 сентября. Стрельцы схватили своего начальника Шекловитого и отвезли его к Петру на суд. 7 сентября. В Троицу приехал Василий Голицын. Петр его не принял и велел отправляться в ссылку в Каргополь. 8 сентября. Имя Софьи было официально исключено из царского титула. 9 сентября. К Софье явился все тот же боярин Троекуров и передал ей царскую волю – поселиться на вечное житие в Новодевичий монастырь. 12 сентября. На большой дороге близ Троицкого монастыря казнен Шекловитый. 16 октября. Весь царский двор, бояре и войска вернулись в Москву. Во главе государства встал Петр I. Его старший брат и формальный соправитель Иван V участвовал во всех положенных церемониях до тех пор, пока позволяло здоровье. Но уже к 27 годам он был совсем плох. С трудом передвигался и почти ничего не видел. Он умер 8 февраля 1696 года, немного не дожив до 30-летия. Царевна Софья жила под стражей в Напрудной башне Новодевичьего монастыря. Продовольствие поступало с царского стола. Денежное содержание составляло 2600 рублей в год, как у всех остальных царевен. С ней оставался небольшой штат прислуги. Старая кормилица, 2 казначея и 9 боярынь-постельниц. 9 лет Софья Алексеевна тихо жила в монастыре. Царицей стать не удалось. Один любовник погиб, другой в далекой ссылке. Но Софья не смирилась и не сдалась. Рассылала письма через верных ей людей, плела интриги, уговаривала. В июне 1698 года, когда царь Петр в Голландии учился строить корабли, 4000 стрельцов, перебив своих полковников,
отправились из Великих Лук в Москву возвращать на престол Софью. Против них выступили правительственные войска. Преображенский, Семеновский, Лефортов и Иноземный, полки генерала Гордона и дворянская конница воеводы Шейна. В 40 верстах от Москвы под Новым Иерусалимом стрельцы были разбиты. Начались репрессии. Первый розыск проводил воевода Шейн. За 3 дня 130 человек были повешены. 140 биты кнутом и отправлены в ссылку. 1960 человек переведены в дальние города. В августе вернувшийся в Москву Петр провел новое следствие. Были казнены еще 2000 человек. Наказаны кнутом и клеймением 600. Тела стрельцов, повешенных на Кремлевской стене и возле Новодевичьего монастыря, не убирали до февраля. Стрелецкая слобода была разорена, все 16 не участвовавших в бунте полков расформированы. Царевна Софья была насильно пострижена в монахини с именем Сусанна. Ближних боярынь допросили с пристрастием и отправили в дальние монастыри. Размер содержания царевны сильно сократили. Сменили весь штат. Надзор значительно усилили. Прямо под окнами ее кельи 5 месяцев висели трупы 3 стрельцов. К руке одного привязана челобитная на имя царевны Софьи с просьбой снова стать правительницей. Она держала в страхе весь царский двор. Умела расположить к себе любого человека, могла вызывать и успокаивать бунты, заключила блистательный мир и проиграла странную войну. Она мечтала стать настоящей правительницей, как византийская царевна Пульхерия из театрального действа, которое так поразило ее в юности. Она сумела воплотить в жизнь свою невероятную мечту, увиденную на сцене. Первая из русских царевен вырвалась из тюремного заточения к женскому счастью и неженской власти. Но время женщин-правительниц в России еще не пришло. За 7 лет на троне, 15 лет в монастырской келье. Она умерла в 1704 году в возрасте 46 лет. Похоронили инокиню Сусанну на кладбище Новодевичьего монастыря. Никого из родственников на похоронах не было. Вскоре царский двор переместится на берег Холодного моря, в город Санкт-Петербург. История русского царства заканчивалась. Начиналась история Российской империи. Гуляя по амбарам, увидел я судно иностранное. Спросил Франца, что за судно. Он сказал, что то бот англинской,
И ходит он на парусах не только что по ветру, но и против ветру. Которое слово меня в великое удивление привело. И неимоверно. Все его победы будут вопреки традициям, ожиданиям, здравому смыслу, порой даже законам физики. В точном соответствии со словами на медали в честь очередной победы его флота. И небываемое бывает. Ему было всего 10, когда он впервые столкнулся с разъяренной толпой. С тех пор на всю жизнь у него остались судороги и нервный тик. Следы ужаса, который он пережил во время стрелецкого бунта, стоя на забрызганном кровью крыльце. Разве знал тогда кто-нибудь, что этот испуганный мальчишка вскоре разрушит старую страну, чтобы на ее руинах построить новую? Петр был младшим сыном царя Алексея Михайловича и последним в очереди на престол. Когда ему было 4 года, умер отец. На престол взошел старший брат Федор. После смерти царя Федора бояре провозгласили царем 10-летнего Петра в обход среднего брата, 15-летнего Ивана, который был слаб и умом, и здоровьем. Однако их старшая сестра, умная и властная царевна Софья, использовала стрелецкий мятеж, чтобы на копьях стрельцов прийти к власти. Отстраненный царевной Софьей от власти, Петр вместе с матерью, царицей Натальей, перебрался в подмосковную усадьбу Преображенская. Когда Петру исполнилось 11, для его забав было набрано потешное войско. Солдатами стали сверстники царя и юные дворяне. Царская забава быстро переросла обычную игру. Вскоре Петр затребовал для потешного войска 16 чугунных пушек. Потешное войско уверенно превращалось в личную гвардию царя Петра. В это же время юный царь начал осваивать азы флотоводства. На Плещеевом озере близ Переяславля была создана потешная верфь. Царь Петр резко выделялся среди окружающих. Его рост составлял 204 сантиметра, почти на полметра больше среднего мужского роста того времени. Телосложение непропорциональное. Длинные руки с крупными кистями, маленькая ступня 38 размера, узкие плечи 48 сантиметров, маленькая голова. Черты лица правильные, но в моменты сильного волнения искажались судорогой, нервный тик, последствия детских потрясений. С самого детства Петр отличался невероятной энергией. Сейчас бы ему поставили диагноз «гиперактивность». Ему было трудно долго усидеть на одном месте. К тому же его лишили хороших учителей, которые были у его старших братьев. Поэтому Петр не закончил даже традиционный для русского царевича курс образования и всю жизнь писал с грамматическими ошибками. Читая письма неугомонного сына, присланные с Плещеева озера, царица Наталья Кирилловна и плакала, и смеялась. Вселюбезнейший и паче живота телесного дрожайшей моей матушке, государыне-царице, великой княгине Наталье Кирилловне. Сынишка твой в работе пребывающий, Петрушка. У нас с молитвами твоими здорово все. Озеро вскрылось, и суды все, кроме большого корабля, в отделке. Только за канатами станет. И о том милости прошу, чтоб те канаты по 700 сажень из пушкарского приказу не мешков присланы были. А за ними дело станет, и житие наше продолжится. По сим паки благословения прошу. С малых лет Петр проявлял интерес ко всему, что связано с ручным ремесленным трудом. Уже к 18 годам он в совершенстве знал 14 ремесел. Изучал военное дело, фортификацию и кораблестроение, учил немецкий и голландский в живом общении с жителями немецкой слободы. Немецкая или кукуйская слобода возникла еще в середине 17 века, когда Алексей Михайлович велел выселить всех иностранцев, не принявших православную веру, за пределы города.
располагалась на правом берегу Яузы, возле ручья Кукуй. Имела собственную инфраструктуру и управление. Население – европейцы разных национальностей, приехавшие в Россию работать по найму. Военные, врачи, ремесленники. Немецкая слобода была совсем рядом с Преображенским, прямо за рекой. Петр ежедневно видел шпили лютеранской кирхи и слышал звуки чужой заманчивой жизни. И когда, не совладав с любопытством, он решился посетить слободу, там его уже ждали. Швейцарец Франц Лефорт, храбрый офицер, красавец и силач, имевший опыт боевых действий. Но основным его занятием была светская жизнь. Он превратил в профессию то, что сейчас называют тусовщик, и в этом качестве сделал при Петре блистательную карьеру. Кроме этого, он стал одним из самых близких Петру людей. Именно Лефорт представил царю своего расторопного камердинера Александра Меньшикова, будущего друга и сподвижника Петра во всех начинаниях, а также юную дочь местного кабачика Анну Монс, которая станет царской фавориткой. Петр зачастил на Кукуй, начал говорить по-немецки, научился танцевать с дамами, пить вино и курить трубку. Естественно, все это сильно беспокоило его мать, царицу Наталью Кирилловну. Решено было Петра женить, чтобы остепенился. В невесты ему выбрали 19-летнюю Евдокию Лопухину, идеал старомосковской девицы. Статная, красивая, спокойная и очень набожная. Не прошло и двух месяцев после свадьбы, а новоиспеченный муж уже уехал на Плещеево озеро к своей корабельной потехе. Тем временем в Москве готовился переворот. Софья пыталась удержать власть. Ее доверенные подбивали стрельцов убить Петра. Охрану Преображенского усилили. Петр находился в крайнем напряжении. И когда душной августовской ночью в Преображенской явились стрелецкие гонцы предупредить царя о покушении, у Петра не выдержали нервы. Царь выбежал на двор в одной рубахе, вскочил на лошадь и один, без сопровождающих, нырнул в кромешную темноту. Наутро выяснилось, государь ушел под защиту Троицы Сергиева монастыря и велит туда же быть немедля всей своей семье и двору, и потешному войску. К Петру стали перемещаться бояре, приказные и войска. К середине сентября все было кончено. Софью заперли в Новодевичьем монастыре, а власть перешла к Петру. И первое серьезное дело молодого государя – военный поход. На тот момент Россия вместе с Австрией и Польшей входила в антитурецкую лигу, так называемый Священный Союз. И по договору, подписанному еще при Софье, была обязана воевать с Османской империей. Но если Софья отправляла войско против вассалов Османской империи, крымских татар, то Петр постановил воевать сразу с турками, то есть идти на Азов, турецкую крепость в устье Дона, которая перекрывала выход в Азовское море. Таким образом, он намеревался решить сразу две задачи – выполнить условия договора и прорубить России выход к морю. Впервые русская армия двигалась не по суху, а по рекам, в Волге и Дону, на специально построенных речных судах. Петр официально был в этом походе главным бомбардиром, носил чин старшего артиллерийского офицера. Поначалу азовский поход казался царю продолжением военных потех, но две попытки штурма провалились. Петр велел возвращаться. Реальная, непотешная война началась с поражения.
Всю зиму в верховьях Дона близ Воронежа строилась флотилия. Весной 1696 года первый русский флот, два больших военных корабля, 23 галеры и 1500 малых судов отправился вниз по Дону к Азову. Корабли отрезали крепость со стороны бухты от источников снабжения. Через месяц крепость сдалась. Россия получила выход к Азовскому морю. Русский флот успешно отбивал попытки турецкого войска прорвать блокаду. В Москву Петр вернулся победителем. Но для продолжения войны с Османской империей нужны были союзники. Петр снарядил в Европу великое посольство, дипломатов и вельмож, и сам поехал вместе с ними под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова. На Москве вместо царя остался придворный стольник Рамадановский, который пользовался доверием еще у отца Петра, Алексея Михайловича. Рамадановскому был присвоен титул «князь-кесарь», поручена опека за царской семьей, царицей Евдокией, шестилетним царевичем Алексеем, и официально передана вся полнота власти. Все были потрясены, но никто не посмел возразить или хотя бы удивиться вслух. И только спустя много лет механик Андрей Нартов, который учил Петра токарному делу, напишет в своих мемуарах. Слыхал ли кто или читал ли кто в каких-либо преданиях, чтобы какой самодержец при вступлении своем на престол, оставя корону, скипетр и поруча правление царства ближним вельможам, предпринимал странствование по чужим государствам? Пример неслыханный, но в России самым делом исполненный. Государь, наконец, увидел своими глазами тот мир, о котором мечтал с юности. Европа потрясла его. Правда, в картинных галереях и на концертах он откровенно зевал и томился. Но то, что касалось естественных наук, техники, морского дела, промышленности, все это вызывало у него восхищение и живейший интерес. Он все хотел попробовать своими руками. В Голландии урядник Петр Михайлов нанялся на судостроительную верфь плотником, чтобы лично пройти все стадии строительства корабля. То же повторилось и в Англии. Иностранцы не знали, что и думать об этом странном юноше, царе московитов. Ему необходимо было везде быть, все попробовать, все вызнать, всему научиться самому и научить своих людей. Его интересовало, как ловят китов, как лечат больных, как делают бумагу. Петр учился у артиллерийского мастера, слушал лекции в анатомическом театре, уговаривал разных мастеров ехать в Россию и многих уговорил. Но достичь основной цели посольства, найти союзников для войны с Турцией, так и не удалось. Вся Европа готовилась к борьбе за передел сфер влияния после смерти бездетного испанского короля, и помощь русскому царю в войне против турок ни в чьи планы не входила. Зато в Польше Петру удалось найти союзника против Швеции. Им оказался король польский и курфюрст саксонский Август Сильный, первый красавец Европы, авантюрист и любитель развлечений. При свидании с польским королем Августом царь Петр Алексеевич остался у него ужинать. Во время стола приметил Август, что поданная ему тарелка серебряная была нечиста, и, согнув ее рукою, в трубку бросил в сторону. Петр, думая, что король щеголяет перед ним силою, согнул также тарелку, положил перед себя. Оба сильные государя начали вертеть по две тарелки и перепортили бы весь сервиз, если бы шутку сию не кончил российский монарх следующую речью. «Брат Август, мы гнем серебро изрядно, только надобно потрудиться, как бы согнуть нам шведское железо». Вступая в войну со Швецией, Россия могла бы вернуть свои древние новгородские земли на Балтике. Речь шла о восточном побережье Финского залива. Выход к Балтийскому морю означал выход в Европу. Но прежде чем начинать войну, нужно было навести в своей стране порядок.
В самый разгар европейских переговоров Петр получил из Москвы дурные вести. Снова взбунтовались стрельцы. Мятежные полки шли из Великих Луг, при себе несли грамоту. Идти к Москве, немецкую слободу разорить и немцев побить за то, что от них православие закоснело. Непременно идти к Москве, хотя бы умереть, а один предел учинить, государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев. Преодолев за 4 недели 300 миль, Петр прибыл в Москву. К тому времени князь Кесарь Рамадановский уже подавил бунт и проводил розыск. 130 стрельцов были казнены. Еще 150 биты кнутом и сосланы. По прибытии в столицу Петр велел провести дополнительное следствие и повторный розыск. Сам участвовал в допросах и пытках. Была организована массовая публичная казнь. На Красной площади отрубили головы 800 стрельцам и еще несколько сотен повесили на кремлевских стенах. Петр своими руками отрубил головы 5 мятежникам. При казни присутствовали бояре и иностранные дипломаты. Всего было казнено около 2000 стрельцов, еще 800 биты кнутом и отправлены в ссылку. Отныне и навсегда слова «старина» и «стрельцы» стали для Петра синонимами слов «анархия» и «бунт». Сразу после стрелецких казней он принялся перекраивать жизнь. Свою и подданных. Нелюбимую жену Евдокию насильно отправил в монастырь. 8-летнего сына Алексея передал на воспитание своей сестре Наталье. Стал открыто жить со своей любовницей Анной Монс, которую прозвали «Кукуйской царицей». Патриархальная Москва была потрясена. Но Петра это не смущало. Петр собственноручно отрезал боярам бороды и издал указ, по которому все, кроме крестьян, должны были носить западную одежду и брить лица. С бородой теперь могли ходить только священники и те, кто оплатил особую бородовую пошлину. Для вельмож и чиновников от 600 рублей в год. 3,5 миллиона на современные деньги. Для слуг и извозчиков до 30 рублей в год. 180 тысяч на современные деньги. Всех придворных Петр заставил изменить уклад жизни. Жены дочерей нарядить в европейские платья. Учить танцам и светскому обращению, по утрам чистить зубы и пить кофе. Чеснока и кислой капусты отнюдь не употреблять, а есть голландский плод картофель. И так до бесконечности. Этот год, 7208 от сотворения мира, должен был начаться, как обычно, с 1 сентября. Но не тут-то было. Россия перешла на летоисчисление от Рождества Христова. Поэтому следующим годом стал 1700-й. Монаршей волею было приказано. С сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянство и мордобой не учинять. На то и других дней хватает. Первые в российской истории новогодние забавы закончились большим пожаром. Петр отнесся к этому равнодушно. Он не любил старую Москву. К тому же было не досуг. Он готовился к большой войне против Швеции. Уже был заключен тайный союз с королем Польши Августом II и королем Дании и Норвегии Фредериком IV. Причем оба короля считали Петра младшим братом и вспомогательной силой. Противника же, 18-летнего короля Карла XII, любителя охот и парадов, никто из них вообще не воспринимал серьезно. Он провалился в отцовские ботфорты, откуда его следовало бы вытащить за уши и хорошенько выпороть, шутил польский король Август, осадив Ригу, входившую в состав Швеции. А датский король не успел пошутить, потому что 4 августа в гавани Копенгагена появился шведский флот. Юный Карл неожиданным ударом вынудил датского короля выйти из войны.
Вскоре Август снял осаду Риги и ушел. Петр с плохо обученной армией оказался один на один с сильнейшей армией Европы. Началась Великая Северная война. Русские войска осадили крепость Нарву. Артиллерия оказалась слабой, и обстрел крепости результатов не дал. А через две недели к Нарве подошли основные силы шведов. Накануне сражения Петр оставил главнокомандующим герцога де Круа и уехал в Новгород. Он не видел, как железная шведская пехота разметала по полю русские полки, и только преображенцы и семеновцы, то самое некогда потешное войско, стояли до последнего, по колено в крови. Не видел, как сдавались в плен наемные иностранные офицеры, как бросали к ногам короля Карла русские знамена при капитуляции. В это время Петр уже готовил новую армию для новой битвы. Армия Петра впервые в истории России стала формироваться как регулярная, то есть на основе рекрутской повинности. Дворяне обязаны были служить поголовно. Крестьяне выделяли одного новобранца от 20 дворов. Служба была пожизненной. Все новобранцы проходили серьезную военную подготовку. За образец были взяты бывшие потешные полки – Преображенский и Семеновский. Солдаты получили новое обмундирование и вооружение. Шпаги и ружья-хузеи вместо старых пищали. Через 10 лет российская армия насчитывала 200 тысяч солдат всех родов войск и 100 тысяч нерегулярной кавалерии. До Петра Россия никогда не имела столь большой армии, даже в периоды напряженных боевых действий. После Нарвской катастрофы, чтобы пополнить казну, Петр принял экстренные меры. Увеличил в 4 раза производство денег, уменьшив при этом долю серебра в монете. Это поставило страну на грань очередного всенародного бунта. Действия Петра давно уже вызывали недовольство. Заставляет носить еретическую одежду, курить дьявольскую траву никоциану. Втравил страну в войну на севере. В народе и без того уже поговаривали, что царь вернулся из-за границы подмененный. А подлинный де-царь остался за морем в темнице. А иные вовсе называли царя Антихристом. Петр не обращал внимания. Он велел снимать церковные колокола, чтобы переплавлять их на пушки. И собирался уже изъять всю казну у монастырей. Он нещадно собирал налоги, выжимая из страны все соки. В народе то и дело вспыхивали волнения и настоящие большие восстания. Тем не менее, Петр построил несколько крупных кораблей. Начало российского военного флота. И запустил металлургические заводы на Урале, которые вскоре обеспечили армию превосходной артиллерией. Развитие собственной артиллерии, полномасштабная военная реформа и резкое увеличение военных расходов вскоре дали свои плоды. Постепенно Россия стала воевать со Швецией на равных, а потом и одерживать победы. Были взяты крепости Нотебург, Ниеншанс, Нарва, Мариенбург. Последняя победа, как оказалось впоследствии, сыграла важную роль в личной жизни Петра Алексеевича. Дело в том, что незадолго до этого выяснилось, что царская фаворитка Анна Монс, с которой Петр жил как с женой уже 10 лет, ему не верна. И хотя юношеская пылкая любовь давно угасла, для Петра ее предательство было весьма болезненным. Помог верный друг и соратник царя Меншиков. Он давно подозревал Монсиху в измене и подготовил запасной вариант. Красивую и расторопную Марту Скавронскую. То ли латышку, то ли белоруску из пленных, захваченных именно в Мариенбурге. Марта оказалась той женщиной, которая Петру и была нужна. Через 2 года Петр поселил ее как свою невесту в Преображенском. Марта приняла православие и получила новое имя Екатерина Алексеевна. Она родит Петру 11 детей, официально станет его женой и будет коронована как императрица. Все это будет потом. А пока шла бесконечная Северная война.
и русские брали крепость за крепостью на Балтийском побережье. Теперь вся Нева от истока до устья была в руках у России. Вскоре на острове Луст-Элланд у впадения Невы в Финский залив была заложена крепость с 6 бастионами, названа крепость Святого Петра и Павла, первый российский порт на Балтийском море. Вскоре здесь будет новая столица русского государства – Санкт-Петербург. Через полгода в порт Петербурга впервые пришел иностранный торговый корабль. Еще через 3 года со стапелей новой адмиралтейской верфи сошел первый военный корабль Балтийского флота. На царском штандарте, в лапах у двуглавого орла, державшего карты 3 морей – Белого, Каспийского и Азовского – появилась 4-я – Балтийская. Строительство новой столицы на Балтике было сложным и затратным. Заболоченные земли требовали осушения и укрепления, частые наводнения, постройки множества дамб и плотин. Только на одну плотину уходило 20 тысяч бревен, то есть 62 тысячи кубометров леса, для перевозки которого сейчас бы потребовалось 20 товарных эшелонов. Ежегодно на строительство Петербурга прибывало до 40 тысяч работников. Здесь впервые в русской истории в массовых масштабах использовался труд заключенных. И появились первые стройбаты. Рабочий день длился 12-15 часов. В период белых ночей – круглосуточно. За 15 лет строительства от изнурительного труда в тяжелых условиях погибло не менее 100 тысяч человек. В Европе победам Петра не придавали особого значения. Жадный царь московитов захватил кусок болотистого побережья и лихорадочно его осваивает. Гораздо больше внимания привлекал его противник, шведский король Карл XII. Он воевал в самом центре Европы против польского короля Августа. Когда Август потерял и войско, и польский престол, Карл вспомнил про Россию и пошел добивать Петра. Они встретились 27 июня 1709 года на большом поле в 6 верстах от Полтавы. Накануне решающей битвы оба монарха-полководца объехали свои войска. Карл обещал своим солдатам, что уже завтра они будут обедать в обозе русского царя. «Он приготовил нам много кушаний. Идите же завтра туда, куда зовет вас слава». Царь Петр тоже обратился к своим войскам. «Воины, вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру». Силы шведов в сражении составили 8 тысяч пехоты, 8 тысяч кавалерии и 4 орудия. Силы русских – 25 тысяч пехоты, 9 тысяч кавалерии и 73 орудия. Сражение длилось 12 часов. Шведская армия потерпела сокрушительное поражение. Потери русских – 1300 убитых, 3300 раненых. Потери шведов – более 8000 убитых и раненых. 4000 пленных во время сражения, еще 17 тысяч при отступлении. С этого момента шведская армия перестала быть сильнейшей военной силой Европы. У шведов еще оставался мощный флот, и война не была закончена. Но при французском, австрийском и британских дворах с удивлением вынуждены были признать. Страна диких московитов, с которой никто раньше не считался, превращается в новую великую державу. Московская уютная жизнь, терема резного дерева, запутанные улочки, яблоневые сады – все это осталось за бортом Петровского корабля. Теперь самым любимым местом для государя стал Санкт-Петербург. Заболоченные, продуваемые всеми ветрами острова в устье Невы, Петр называл не иначе, как «Парадис», «Земной рай». Он лично инспектировал строительство летнего дворца по собственному проекту. Была предусмотрена даже канализация, которой тогда не имелось и в Версале. И наслаждался каждым днем, проведенным в своем парадизе, где пахло близким морем и пеленым деревом.
Правда, пока что в Санкт-Петербурге особых красот не наблюдалось. Было очень грязно, сыро и холодно. Но часть улиц уже замостили. Каждый, кто прибывал в Санкт-Петербург на телеге, был обязан привезти 3 камня весом каждый не менее 5 фунтов, а кто на судне – по 30 камней. Петру уже виделись будущие мраморные дворцы, широкие проспекты, парки, бульвары, одетые гранитом набережные. Новая столица новой страны. Новой же стране, помимо армии, необходимо все новое. Финансы, управление, законодательство. Общего плана реформ у Петра не было. Все делалось по мере необходимости, шаг за шагом. На войну нужны были деньги. Началась налоговая реформа. Петр ввел фиксированную подать. Она взималась раз в год подушно, то есть с каждого подданного мужского пола. С крестьян – 74 копейки. На современные деньги – 4440 рублей. С горожан – 1 рубль 20 копеек – 7200 рублей. Причем в число налогоплательщиков включались категории населения, которые раньше подати не платили. Крестьяне Севера и Сибири, жители национальных окраин и Поволжья. Доходная часть бюджета увеличилась втрое. Так было создано финансовое обеспечение дальнейших преобразований. Свою деятельность на троне Петр I понимал как долг – неустанное служение Отечеству. Этого же строго добивался и от каждого из своих подданных, невзирая на ранги – от крепостного крестьянина до сенатора. Для контроля над госаппаратом Петр I придумал фискалов – официальных надзирателей за всем и вся. Увлеченные во взятках должностные лица жестоко и демонстративно наказывались. Но коррупция и казнократство достигали невиданных масштабов. Из собранных 100 рублей налогов до казны доходило в лучшем случае 30. Капиталы первого казнокрада страны, царского друга и соратника Меншикова, стали сопоставимы с бюджетом страны. Потерявший всякое терпение, Петр собирался уже ввести жесткий антикоррупционный закон. Если кто украдет столько, что на эту сумму можно купить веревку, того повесить. Но тот же Меншиков его отговорил. Останешься без подданных, Минхерц. Для всех новых учреждений, от Адмиралтейства до Академии наук, Петр лично участвовал в написании уставов и регламентов. Плюс сотни указов, инструкций и постановлений по самым разным вопросам. Постановления Петра указывали, чем обрабатывать обувную кожу, какой ширины ткать полотна, сколько процентов прибыли брать купцам, как класть печи, чем жать хлеб, как жениться и выходить замуж, чем лечить болезни, в каких гробах хранить покойников, как вести себя в церкви, сколько раз в неделю топить бани и так далее. Каждый указ и инструкция обязательно оканчивались угрозой наказания. От денежного штрафа за болтовню в церкви до смертной казни, за подлог и измену. Петр был уверен, подданные как дети и без его отцовского вмешательства и указаний обойтись не смогут. Мнение самих подданных он, конечно, не спрашивал. Как в свое время не поинтересовался мыслями и намерениями своего родного сына Алексея, когда определял, где, как и с кем ему жить. Алексей, сын первой жены Петра Евдокии Лопухиной, лишился матери, когда ему было 8 лет. Воспитывала его тетка, царевна Наталья. Петр с детства пытался приохотить его к государственным делам. С 14 лет брал с собой на войну. Давал разные поручения, но все бесполезно. Единственный наследник явно не собирался продолжать его дело. Был приверженцем старины и тайным ненавистником реформ. Петра это сильно тревожило. По совету тайных противников Петра Алексей бежал за границу, в Австрию. Этим он подписал себе приговор. Русская разведка быстро выследила беглеца, его выманили из убежища и привезли к отцу на суд. Насмерть перепуганный царевич повинился. Под пытками назвал сообщников и подписал отречение от престола. В ходе следствия выяснилось, что Алексей боялся покушения со стороны Петра и его новой жены Екатерины, понимая, что он неугодный наследник.
царевич был заключен в каземат Петропавловской крепости. 25 июня 1718 года суд, состоящий из сенаторов, генералов и иерархов церкви, обвинил царевича в государственной измене и вынес ему смертный приговор. На следующий день Алексей был найден в каземате мертвым. Официальная причина – апоплексический удар. Истинные обстоятельства его смерти неизвестны до сих пор. Известно лишь, что царевич подвергался жестоким пыткам на допросах. Траур объявлен не был. На следующий день после смерти сына Петр с обычным размахом отпраздновал очередную годовщину Полтавского сражения. Но близкие видели, как ему тяжело. В одном из писем он жаловался. «Страдаю за все Отечество, желая ему пользы. Враги делают мне пакости демонские. Труден разбор невинности моей тому, кому это дело неизвестно. Бог видит правду». В это время Петр с беспощадной ясностью понял, как хрупки и неустойчивы все его начинания. Случись, что с ним, и все пойдет прахом. А ведь он уже давно был болен и весьма серьезно. По данным лейб-медика Блюментроста, к 44 годам история болезни Петра выглядела так. Хронический бронхит, хронический колит, хроническая почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, хронический гепатит, гипертония. Предписанную диету и воздержание от спиртного Петр почти не соблюдал. Основной метод лечения – промывание серными и соляными водами на минеральных курортах. Петр понимал, что ему надо торопиться. И первым делом закончить, наконец, затянувшуюся Северную войну. Но Швеция даже после смерти Карла XII не желала подписывать мир и отдавать России все завоеванное Балтийское побережье. Требовалось покончить с господством Швеции на море. Первое же крупное морское сражение со шведами при Гангуте окончилось решительной победой русских. Через 6 лет в битве при Грингаме шведский флот понес тяжелейшие потери. Тогда Швеция заключила военный союз с Англией. Объединенная англо-шведская эскадра адмирала Норриса подошла к Ревелю, базе Балтийского флота. Но успеха не имела. Ништадтский мир был подписан в августе 1721 года. Швеция признала переход к России Ингерманландии, ныне Ленинградская область, Лифляндии, Латвия и часть Эстонии, Эстляндии, северная часть Эстонии и части Карелии. Россия вернула выход к Балтийскому морю и статус великой европейской державы. Сенат вручил Петру прошение о принятии титула «Отец Отечества» Петр Великий, император всероссийский. С этого момента русское царство перестало существовать. На его месте родилась Российская империя. Петру же оставалось жить 4 года. Почти все его дети умерли в младенчестве. Наследник Петр Петрович дожил только до 3 лет. Оставались 2 взрослые дочери – Анна и Елизавета. И внук – маленький Петр Алексеевич, сын царевича Алексея. Петр не желал делать его наследником, опасаясь, что вместе с ним к власти придут сторонники старых порядков. В этой ситуации Петр решился сломать древние традиции престола наследия, издав указ о назначении наследника волей правящего монарха. Дабы сие было всегда в воле государя. Кому он и хочет, тому и определить наследство. Весной 1724 года в Успенском соборе Кремля Петр торжественно короновал свою супругу Екатерину и провозгласил ее императрицей. Но означало ли это, что он намеревался передать ей престол? Никаких распоряжений на этот счет Петр так и не сделал. Вскоре после коронации его отношение к супруге резко изменилось. Петр узнал, что Екатерина изменяет ему, и любовник ее – младший брат бывшей фаворитки Анны Монс, 36-летний красавец Вильям. Это был тяжелый удар. Екатерина была единственной любовью Петра, единственным человеком, который мог укротить дикие вспышки неконтролируемой ярости. Галштинский дипломат граф Генинг Фридрих Басевич, бывший не раз свидетелем подобных сцен, вспоминал.
У него бывали иногда припадки, когда им овладевала мрачная мысль, что хотят посягнуть на его особу. Припадки эти были ужасом для его приближенных. Появление их узнавали у него по известным судорожным движениям рта. Императрицу немедленно извещали о том. Она начинала говорить с ним, и звук ее голоса тотчас успокаивал его. Потом сажала его и брала, лаская за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие, и он засыпал в несколько минут. Чтобы не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжении 2 или 3 часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым. Петр никогда не был верным мужем. Ведя солдатскую походную жизнь, царь не брезговал случайными связями со служанками, солдатскими женами, установив даже особую таксу – 1 дукат за ночь любви. Никак не могли избежать царского внимания и придворные дамы всех рангов. «Были рабынями, стали богинями» – таков был лозунг знатных дам и девиц Петровской эпохи. Резкая и часто принудительная смена мировоззрения, поведения и одежды для многих стала слишком серьезным стрессом. Традиционные нормы женской нравственности обрушились. Тон задавал сам государь, открыто изменявший жене с несколькими любовницами сразу. Камерфрейлина Мария Гамильтон, графиня Авдотья Чернышова, урожденная Ржевская, графиня Мария Румянцева, урожденная Матвеева, валашская княгиня Мария Кантемир, Елизавета Синявская, урожденная княгиня Любомирская. Все они жили с Петром с ведома своих мужей или отцов. Екатерина терпела все измены августейшего супруга, ни разу его не попрекнув. А Петр терпеть не стал. Красавчик Вильям был арестован, но чтобы не позорить императрицу по обвинению во взяточничестве. Следствие было сверхсрочным. Через 5 дней Монсу объявили приговор, еще через 3 дня ему отрубили голову. Тело на несколько дней оставили прямо на эшафоте, а голову заспиртовали в большой банке и по приказу Петра поставили в покоях Екатерины. Больше года император и императрица почти не разговаривали, не обедали и не спали вместе. Осенью 1724 года у Петра начались серьезные проблемы со здоровьем. Но, несмотря на запреты врачей, он продолжал заниматься своими обычными делами. Ходил под парусом при ледяном ветре. В результате его хроническая почечная недостаточность перешла в стадию сильнейшего обострения. 16 января. Петр не смог встать с постели. Он велел позвать императрицу. Они говорили 3 часа, и все это время Екатерина стояла перед ним на коленях. Наконец они помирились и простили друг друга. 17 января. Боли стали так сильны, что их невозможно было ничем унять. Крики императора разносились по всему дворцу, и Екатерина не отходила от его изголовья. 22 января. В промежутке между приступами Петр исповедался. 27 января. Попросил грифельную доску писать завещание. Он не знал, что уже почти сутки в соседних покоях его генералы и сенаторы решали, кто займет еще не опустевший трон. Для многих из них это был вопрос жизни и смерти. Одна партия, родовитые аристократы, князья Долгорукий, Голицын, Репнин, выступали за 10-летнего Петра Алексеевича, сына царевича Алексея. Другая партия, новая знать, бывшие выскочки Меншиков, Толстой, когда-то участвовали в суде над царевичем Алексеем и теперь опасались смести его сына. Они хотели видеть на престоле супругу императора. Петр успел написать 2 слова – «Отдайте все» и впал в забытье. Началась агония. В 4 часа сенат решил отдать трон Екатерине Алексеевне. Сама она в это время все еще была у постели умирающего Петра. В 5 часов 10 минут у нее на руках Петр умер. Ему было 53 года.
Официальным правителем страны оказалась женщина. Но в народе это не вызвало недоумения. Лимит удивления за время царствования Петра I был давно исчерпан. Кроме того, Екатерина вызывала невольную симпатию, потому что ее жизнь напоминала волшебную сказку. О том, как царь влюбился в простую девушку, не то прачку, не то кухарку, да и сделал ее царицей. Императрица не то что управлять государством, даже писать не умела. После 3 месяцев упражнений научилась только рисовать свою подпись на государственных бумагах. Таким образом, она подписала указ об основании Академии наук, который не успел издать Петр, и указ об организации экспедиции Беринга. Все свое недолгое, чуть больше 2 лет правления Екатерина провела в нескончаемом празднике, словно хотела забыться, заглушить весельем то ли страх, то ли тоску. Императрица пила вино стаканами, меняла любовников, на балах танцевала ночи напролет. Примерный распорядок дня императрицы выглядел так. В 16:00 она вставала с постели, в 20:00 плотно обедала. Ночью прогуливалась в летнем саду, ложилась спать обычно около 10 утра. Главным человеком при дворе был светлейший князь Александр Данилович Меньшиков. Когда-то он определил ее судьбу, познакомив с Петром, потом возвел ее на престол. Теперь он взял в свои руки бразды правления огромной империи. Для того, чтобы это не слишком бросалось в глаза, был создан Верховный Тайный Совет, якобы совещательный орган при императрице. На самом деле, фактическое правительство, которому подчинялись и Сенат, и все коллегии. Екатерина на заседание Верховного Совета не являлась, ей было не досуг. Один раз она слушала доклады верховников в своих покоях, да и то всего 30 минут, потом у нее началась мигрень. Беспорядочный образ жизни в короткое время подорвал здоровье императрицы. Она сильно располнела, получила целый букет заболеваний – от почечной недостаточности до тахикардии. Вскоре уже всем было очевидно, что Екатерина долго не проживет. Меньшиков добился от императрицы завещания, по которому наследником престола становился царевич Петр Алексеевич, при условии, что он женится на дочери Меньшикова. Через 2 месяца, 6 мая 1727 года, Екатерина I скончалась. В народной памяти она осталась как добрая и веселая царица, боевая подруга Петра Великого. Многие ожидали, что без железной руки первого императора Россия повернет вспять и вернется на задворки Европы. Но инерция преобразований, заложенная Петром, была настолько мощной, что продолжала действовать и после его смерти. На болотистых островах у Холодного моря уже были построены дворцы, разбиты сады и проложены широкие проспекты, которые впервые в России освещались по ночам масляными фонарями. Русские корабли, ощетинившись пушками, стояли на рейдах балтийских городов. Регулярно выходила печатная газета «Ведомости» тиражом от 200 до 4000 экземпляров. По прорытому в Верхневолжскому каналу из Петербурга в Москву шли купеческие караваны. В Москве и Петербурге действовали высшие артиллерийские, медицинские и навигацкие училища. Была учреждена Академия наук. На Урале 9 металлургических заводов выплавляли ежегодно по 7 миллионов пудов чугуна и по 200 тысяч пудов меди. По всей России работали оружейные, парусные и суконные фабрики. Русская армия отныне и навсегда стала одной из сильнейших в Европе. Созданная Петром государственная машина оказалась достаточно сильной, чтобы пережить начинающийся период безвременья. В ближайшие 40 лет на русском троне
не окажется человека, способного держать штурвал так же крепко, как Петр Великий. Галантный 18 век. Эпоха блистательных балов, причудливых карнавалов, шутов, фейерверков. Самый модный танец эпохи – контрданс, в котором постоянно сменяется партнер. Огромная империя живет по инерции, пока ее правители, словно в танце, сменяют на престоле друг друга. В России – эпоха дворцовых переворотов. . 1727 год. Два года как нет Петра Великого. Созданная им империя пока живет по-прежнему, но уже появляются тревожные сигналы. 2 миллиона рублей недособранных налогов, недостроенные корабли на верфях, нехватка довольствия и экипировки в армии, рост взяточничества и волокиты в госучреждениях. Исправить это некому. Страной правит Верховный Тайный Совет. Кучка вельмож, которых более всего заботят собственные интересы. А на престоле 12-летний подросток. Петр II – сын царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской, внук Петра I. 10 дней от роду лишился матери, 3 года – отца. Из близких родственников осталась только сестра Наталья, на год его старше. Носил титул великого князя. Как наследник престола не рассматривался, пока у императора были сыновья Петр Петрович и Павел Петрович. Когда они умерли, великий князь Петр Алексеевич остался последним из Романовых по мужской линии. Петр родился и вырос в атмосфере тотальной нелюбви. Его родители не любили друг друга. Дед не любил отца, отец не любил его самого. Нерадивые няньки поили малыша вином, чтобы он не плакал. Потом к нему приставили учителей, но и они оказались плохи. Мальчик почти не умел правильно изъясняться по-русски, говорил на немецком и немного пользовался латынью. И на этом его познания заканчивались. Зато уже к 7 годам он был отлично осведомлен о жизни и развлечениях золотой молодежи. Юный Петр не проявлял интереса ни к армии, ни к флоту, ни к наукам, вообще ни к чему, кроме развлечений. Окружавших его людей это совсем не беспокоило, наоборот, так им было даже удобнее. Из Петра намеревались сделать карманного царя. Вопрос был только, в чьем кармане окажется этот царь. К моменту вступления Петра II на престол, ближе всех к нему оказался светлейший князь Александр Данилович Меньшиков.
Именно он, близкий друг и сподвижник великого Петра и его вдовы Екатерины, был на тот момент самым влиятельным человеком в империи. Меншиков убедил умирающую Екатерину, которая была ему обязана собственной властью, подписать завещание, по которому наследником становился великий князь Петр Алексеевич. Но с условием. По достижении совершеннолетия Петр должен будет жениться на дочери Меншикова. И тогда могуществу Александра Даниловича не будет пределов. Мнение малолетнего жениха никто, конечно, не поинтересовался. Вскоре после коронации 12-летний Петр официально обручился с 16-летней Марией Меншиковой. Невеста императора получила титул «Ее императорское высочество» и годовое содержание в 34 тысячи рублей. Петр II не выказывал особой любви к своей нареченной. В письмах он называл ее каменной статуей и фарфоровой куклой. Сразу после обручения Меншиков поселил юного царя в своем дворце на Васильевском острове, чтобы оградить от нежелательного влияния. Представил учителя, барона Андрея Ивановича Стермана, он же вице-канцлер, то есть заместитель министра иностранных дел. Но уроки императора продолжались недолго. Меншиков внезапно тяжело заболел. Оставшийся без его надзора Петр быстро сблизился с молодым повесой, князем Иваном Долгоруковым, и забросил занятия. Меншиков проболел полтора месяца. За это время император полностью попал под влияние семьи Долгоруковых. По наущению новых друзей, к которым поспешно примкнул и любимый учитель Остерман, Петр переехал из дворца Меншикова в Петергоф и расторг помолвку с Марией Меншиковой. Затем решением специально созданной следственной комиссии Меншиков был обвинен в казнократстве, лишен всех должностей, титулов, орденов, мести и имущества и сослан вместе с семьей в город Березов Тобольской губернии. Теперь во главе огромной страны встали князья Долгоруковы и хитрый Остерман. А государь Петр Алексеевич занялся любимым делом – охотой. В отличие от своего прадеда Алексея Михайловича, страстного любителя соколиной охоты, Петр охотился бессистемно и бездумно. Ему было неважно, как и кого загонять. Главное, куда-то скакать с шумом и гиканьем, в окружении охотников, друзей, собак, а потом шумно отмечать в походном шатре очередную удачную гонку. Это было бы вполне естественно для его возраста, если бы не сопровождалось постоянными кутежами. О здоровье же его никто не заботился, кроме сестры Натальи. Она единственная действительно любила мальчика-императора и пыталась отвратить его от бесконечных попоек. Но Наталья была больна чахоткой и вскоре умерла. Петр, которого уже некому было остановить, пил наравне с гвардейцами, и к его услугам всегда и везде были любые женщины. Юный император физически был развит не по годам и выглядел старше своих лет. В довершении ко всему Петр II влюбился в родную тетку Елизавету, дочь Петра I. Но жениться на Елизавете Петру никто бы не позволил. Во-первых, такие близкородственные браки категорически запрещала церковь. Во-вторых, любезный друг Иван Долгорукий уже приготовил ему невесту, свою сестру Екатерину. Императору, чтобы вдруг не заупрямился, предъявили доказательства того, что его любимая тетушка Елизавета влюблена в гренадерского офицера из Преображенского полка. Юный император с подростковым максимализмом почувствовал себя преданным и демонстративно переключился на княжну Екатерину Долгорукую, в очередной раз приняв правила чужой игры. А пока при дворе занимались амурами, огромная страна жила сама по себе, практически без управления.
Финансы находились в полном расстройстве, в армии началось разложение, международный престиж России падал катастрофически. Из донесений европейских посланников и шпионов при русском дворе. С Россией теперь нет никакого смысла заключать союзнические отношения. Царь думает исключительно о развлечениях и охоте, а сановники о том, как бы сгубить один другого. Все живут здесь в такой беспечности, что непонятно, как такая огромная машина держится без всякой подмоги. Огромный государственный аппарат работал по инерции. Центрального управления не было. Даже Верховный Тайный Совет почти не функционировал. Верховный Тайный Совет был создан еще Екатериной I, чтобы помогать ей управлять империей, а точнее, править вместо нее. Официально считался совещательным органом при монархе. На самом деле решал важнейшие государственные вопросы. При Петре II членами Верховного Совета были 6 вельмож. Граф Гаврила Головкин, 2 князя Голицыны, Дмитрий и Михайло, 2 князя Долгоруковых, Василий Владимирович и Василий Лукич, и барон Андрей Остерман. 14-летний Петр понятия не имел, в каком беспорядке находились дела в его стране. А князья Долгоруковы, старший Алексей Григорьевич и младший Иван Алексеевич, делали все, чтобы он об этом и не задумывался. У них была четкая цель – полностью подчинить императора своему влиянию, чтобы с его помощью развернуть страну обратно к допетровским порядкам. Петр уже согласился остановить строительство флота. Зачем зря тратить деньги? Перенести столицу из Петербурга в Москву. Вокруг Москвы отличные места для охоты. Оставалось всего несколько шагов. 19 ноября 1728 года княжна Екатерина Долгорукова была объявлена невестой императора. Уже через 11 дней состоялось торжественное обручение. Невесте едва успели сшить платье. Въезжая во дворец, роскошная карета невесты зацепилась за низкие ворота, и на глазах зевак и стоявших в карауле гвардейцев с ее крыши в грязь упало позолоченное украшение. Императорская корона. За полтора месяца до свадьбы, чтобы император не успел опомниться, его непрерывно глушили празднествами и развлечениями. И вот 6 января, за 13 дней до свадьбы, Петр отправился на водосвятие на Москве-реке, стоя, как верный рыцарь, на запятках саней своей невесты. В крещенские морозы он провел 4 часа в легком камзоле. На следующий день император слег в горячке. Сначала думали — простуда. Но вскоре выяснилось, что все гораздо серьезнее. Оспа. Натуральная или черная оспа, вариола вера, в 18 веке была настоящим бичом Европы. В отличие от холеры и чумы, оспа не появлялась как эпидемия, а существовала постоянно. Возникла даже поговорка: «Любовь и оспа минуют лишь немногих». Основным назначением декоративной косметики, которую тогда толстым слоем использовали не только женщины, но и мужчины, была маскировка оспенных рубцов. Ежегодно в Европе заболевало оспой более 80 миллионов человек, 57%. Из них умирал каждый 6-й. Образ жизни, который вел император-подросток, полностью разрушил его здоровье. На фоне сильной простуды и ослабленного иммунитета оспа развивалась стремительно. И уже через неделю стало очевидно, что надежды на выздоровление нет. Долгоруковы были в отчаянии. Все их планы рушились. И пока император умирал в Лефортовском дворце, уже украшенном для свадьбы, его друзья Долгоруковы заседали по соседству, судорожно придумывая, как им удержать власть. Решено было подсунуть императору на подпись завещание, по которому престол передавался государыне-невесте,
великой княжне Екатерине Долгоруковой. Если бы эта афера удалась, в России сменилась бы правящая династия. Вместо Романовых – Долгоруковы. Но подписать завещание император не успел. 18 января, прямо накануне своей свадьбы, он вдруг пришел в сознание, сказал: «Запрягайте сани. Хочу к сестре». И началась агония. В ночь на 19 января Петр II умер. Тайный совет, 8 вельмож, которые решали важнейшие государственные вопросы, с возмущением отверг аферу Долгоруковых. На русском престоле должны быть Романовы. И если мужская линия закончилась, стало быть, надо обратиться к женской. В линию престола наследия входили две дочери Петра I, Анна Петровна и Елизавета Петровна, а также три дочери Ивана V, рано умершего брата и соправителя Петра, Екатерина Иоанновна, Анна Иоанновна, Прасковья Иоанновна. Анна Петровна вышла замуж за герцога Галштинского, в 1728 году родила мальчика Карла Петера Ульриха и умерла через несколько дней после родов. Екатерина Иоанновна была замужем за герцогом Мекленбургским, имела 12-летнюю дочь Елизавету Катарину Кристину. Анна Иоанновна была вдовой курляндского герцога, детей не имела. Прасковья Иоанновна состояла в браке с генералом Дмитриевым Мамоновым. Верховники ночь напролет решали, кому из дам отдать предпочтение. К 6 утра выбрали Анну, герцогиню Курлянскую. Ей было 37. Она вдовела уже очень давно, жила в захудалой метаве чуть ли не впроголодь. Сторонников в Москве не имела, особым властолюбием и умом не отличалась. Почему бы не сделать из нее декоративную императрицу? И чтобы не вышло никакой неожиданности, верховники составили список условий, кондиций, которые Анна должна была подписать еще до вступления на престол. Согласно этим кондициям, императрица не имела права объявлять войну, заключать мир, вводить новые налоги, расходовать государственную казну, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, подписывать смертные приговоры дворянам, а также вступать в брак и назначать наследника престола. Все это мог делать только Верховный Тайный Совет, а императрица оставалась распоряжаться лишь карманными деньгами и командовать только дворцовой охраной. Утром 19 января 1730 года народу объявили о смерти императора Петра II. В это же время из Москвы в Метаву отправилась делегация. Через 9 дней Анна Иоанновна поставила свою подпись под текстом кондиций. С этого момента в России менялся общественный строй. Вместо самодержавия – олигархия. Анна прибыла в Москву. Ее встретила гвардия – преображенцы. Анна тут же объявила себя шефом преображенского полка, дала аудиенцию офицеру. И узнала много нового и интересного. Оказывается, в Москве все были весьма возмущены кондициями. Никого не устраивал переход власти в руки нескольких аристократов. Возникла дворянская оппозиция Верховному Тайному Совету, к которой примкнула гвардия. Еще недавно забытая всеми герцогиня захолустной Курляндии, теперь без 5 минут российская императрица Анна Иоанновна почувствовала свою силу. И собрав в аудиенц-зале гвардию и всех верховников, торжественно разорвала поднесенные ей кондиции. Через неделю был упразднен Верховный Тайный Совет. И еще через месяц отец и сын Долгоруковы отправились в ссылку в сибирский Березов, где годом раньше умер их заклятый враг Меньшиков. Но в самую первую очередь, на следующий день после воцарения, императрица затребовала из казны драгоценности, конфискованные у семьи Меньшикова, и отобрала себе из них украшений на 23 тысячи рублей, 138 миллионов в современном эквиваленте –
вызвала к себе молодого, подающего большие надежды архитектора и забрусевших итальянцев Бартоломео Растрелли и поручила ему строить два новых дворца – зимний деревянный в Кремле и летний каменный на Яузе. Надо было обустраиваться на новом месте. Следом за Анной Иоанновной в Москву прибыл ее камергер Эрнст Берон. Курлянский дворянин Берон был фаворитом Анны. Она жила с ним как с мужем, совершенно не смущаясь тем обстоятельством, что Берон женат и у него трое детей. А младший сын Карл Эрнст, по всей вероятности, был рожден самой Анной. И поэтому она взяла мальчика с собой в Москву. А чуть позже приехала официальная жена Берона со старшими сыновьями. И все вместе они составляли странную, но дружную семью новой российской императрицы. Распорядок дня Анны Иоанновны. Около 8 утра она пила утренний кофе, с 9 до 10 работала, принимала министров, подписывала указы. Затем в манеже с Бероном занималась верховой ездой. Около полудня обедала вместе с Бероном, его женой и детьми. После обеденный сон занимал около часа. Все остальное время посвящалось развлечениям. Анна Иоанновна часами глазела в окно, или играла в карты с придворными, или просто слонялась по дворцовым комнатам. Возле каждого окна во дворце было приготовлено заряженное ружье, чтобы императрица могла в любой момент выстрелить в пролетающую мимо ворону. Она стреляла не только по воронам. Она часто ездила на охоту и поднимала на рогатину медведей. Развлечениям при дворе уделялось особое внимание. Начали ставить итальянские спектакли, оперы, комедии дель'арте. Возникла первая в России балетная школа. Но в то же время Анна любила наблюдать за драками шутов и карликов. Шуты при русском дворе известны, по крайней мере, со времен Ивана Грозного. У Алексея Михайловича был умный и язвительный шут-горбун Валтазар, прекрасный шахматист. Шутами Петра I считались бывший прапорщик Преображенского полка Иван Балакирев, своими остротами доносивший до царя серьезные мысли, и ученый еврей-выкрест Ян да Коста, который вел с царем богословские споры. Но никогда институт придворных шутов не достигал такого размаха, как при Анне Иоанновне. Ее шутами были помимо Балакирева и Дакосты музыкант-итальянец Пьетро Педрилло, а также разжалованные в шуты аристократы – князь Никита Волконский, князь Михаил Голицын и граф Алексей Апраксин. В увеселительный штат входило также 10 лилипутов, одна калмычка, две эвенкики и несколько убогих – инвалидов. Постепенно императрица вошла во вкус и стала закатывать при дворе грандиозные праздники. Ужины на несколько сот гостей, маскарады с иллюминацией и фейерверками. Не терпела только пьянство. Много лет назад ее супруг, молодой герцог Курлянский, умер от алкогольной интоксикации сразу после свадьбы, попытавшись пить наравне с Петром Великим. Для государственных дел императрица учредила кабинет министров, аналог Верховного Тайного Совета, но в другом составе. Из бывших верховников уцелел только хитрый Андрей Иванович Эстерман. Именно он стал серым кардиналом в правительстве Анны Иоанновны. Сама она делами почти не занималась, зато в деятельность кабинета постоянно вмешивался Берон, получивший титул герцога Курлянского. Один из кабинет-министров, Артемий Волынский, говорил: «Государыня у нас дура, и резолюции у нас никакой не добьешься. И ныне у нас герцог, что захочет, то и делает». Волынский пытался бороться с Бероном и был казнен по обвинению в попытке переворота. Анна Иоанновна панически боялась возможных переворотов и заговоров. Установила слежку за царевной Елизаветой Петровной, возможной претенденткой на престол. Возродила тайную канцелярию, орган политического сыска, созданный Петром и ликвидированный при Екатерине I. В основном тайная канцелярия, государыня ока, занималась делами об оскорблении чести и я императорского величества. Агенты канцелярии были повсюду. Поводом к аресту могло стать неосторожное слово, особенно если оно касалось личной жизни императрицы.
основным методом следствия были допросы с пристрастием – пытки. За 10 лет правления Анны Иоанновны через застенки тайной канцелярии прошло около 28 тысяч человек, из которых 20 тысяч были сосланы в Сибирь и на Камчатку, 5 тысяч пропали без вести, 2 тысячи умерли во время следствия и более тысячи были казнены, в том числе трое князей Долгоруковых. Угроза государыни исходила и от гвардейцев, в особенности от Преображенского полка. Как возвели на трон, так могли бы и свергнуть. Противовес Преображенскому полку Анна Иоанновна основала новый лейб-гвардейский полк «Измайловский», офицеры которого набирались из лифлянцев и курлянцев. Измайловцы стали охранять императорский дворец, а преображенцев Анна Иоанновна отправила подальше от Москвы, на войну с турками. Результатом войны стал Белградский мир 1739 года, по которому Россия снова получала Азов и небольшие территории правобережной Украины вдоль Днепра. При этом не имела права держать ни военный, ни торговый флот на Черном и Азовском морях. Потери русской армии составили 46 тысяч человек. Из них в бою погибло около 6 тысяч и 40 тысяч из-за плохой организации переходов от жаркого климата и дурной воды, как было доложено императрице. Анна Иоанновна не пожелала вникать в происходящее. Она была очень рада, что четырехлетняя война наконец закончилась. Императрица занималась переездом из Москвы в Петербург. В Москве в 1737 году случился страшный пожар. Выгорели Кремль, Китай-город, Белый город, часть Земляного города. То есть почти все в пределах современного бульварного кольца. В Кремле в литейной яме стоял царь-колокол, уже готовый к подъему. Пожара загорелись деревянные веса над ним. Пожарные залили все это водой, и от перепада температур колокол лопнул. Когда же полностью сгорел Анингов, зимний дворец Анны в Кремле? Ровно через полгода императрица уже отмечала свой день рождения в Петербурге в новом зимнем дворце, построенном Растрелли. 138 парадных апартаментов, украшенных позолоченной резьбой, лепниной и живописными плафонами. Годовая смета расходов при Анне Иоанновне. На содержание царского двора 260 тысяч рублей. 1,5 миллиарда в современном эквиваленте. На конюшне герцога Берона 100 тысяч рублей, 600 миллионов. На мелкие личные нужды императрицы 42,5 тысячи рублей, 255 миллионов. Почти столько же, сколько на булавки Анны Иоанновны тратилось на содержание Академии наук с типографией. Около 47 тысяч рублей, 282 миллиона современными деньгами. И в 10 раз меньше на народное образование. 4,5 тысячи рублей, 27 миллионов. Самой дорогой и грандиозной забавой императрицы стала свадьба шутов в Ледяном доме. По прихоти Анны Иоанновны ее шут, 53-летний князь Михаил Голицын, женился на придворной калмычке 20-летней Авдотье Бужениновой. Этот праздник обошелся казне в 30 тысяч рублей. Между Адмиралтейством и Зимним дворцом был выстроен дом длиной 17 метров, высотой 3 метра, целиком из ледяных плит. Впереди дома стояло 6 ледяных пушек и 2 мортиры. У главных ворот – 2 дельфина и слон, из пасти которых била горящая нефть. Все внутреннее устройство, включая мебель и посуду, тоже было сделано изо льда. Перед свадьбой по улицам города под звуки рожков и балалаек прошло маскарадное шествие, для которого со всей страны были свезены представители разных народов – от ненцев до украинцев. Несчастные жених и невеста ехали в особой клетке, установленной на слоне. После свадьбы их оставили в спальне ледяного дома под охраной гвардейцев. Из донесения французского посла де ла Шатарди. Только в этой стране можно увидеть такую забаву. Как в ледяном доме молодых положили, тогда баню затопили соломою. Необыкновенное сияние сквозь блестящийся лед со всех четырех сторон и сквозь ледяную крышу так велико,
что все смотрящие безмерно тому удивлялись. Не до веселья было только цесаревне Елизавете Петровне. В последнее время императрица даже не пыталась скрыть свою ненависть к юной красавице-царевне. К тому же Елизавета пользовалась авторитетом у гвардейцев. У одних она крестила детей, другим помогала деньгами, но главное... Она была дочерью Петра Великого. Анна Иоанновна уже подумывала отправить Елизавету в монастырь, подальше от трона. Анна Иоанновна желала закрепить на престоле линию своего отца, Ивана V, брата и соправителя Петра. Наследником русского престола Анна объявила будущего сына своей 14-летней племянницы Елизаветы Катарины Кристины, которого та когда-нибудь родит в браке с каким-нибудь принцем. Девочка приняла православие с именем Анна Леопольдовна. В 20 лет ее выдали замуж за герцога брауншвейгского Антона Ульриха, специально вызванного в Россию. И вскоре у пары родился сын Иоанн Антонович. Едва августейшему младенцу исполнилось 2 месяца, Анна Иоанновна вдруг сильно заболела. Из-за увлечения верховой ездой обострилась ее давняя почечно-каменная болезнь. Началось воспаление, и спустя всего 2 недели после первого приступа, 17 октября 1740 года, 47-летняя Анна Иоанновна умерла. Перед смертью она подписала завещание, по которому регентом малолетнего императора Иоанна Антоновича назначался герцог Курлянский Эрнст Иоганн Берон. В народе Анна Иоанновна оставила о себе недобрую память. Время ее правления считается мрачным и тяжелым. Шуты, немцы и тайная канцелярия. Однако именно при Анне Иоанновне начал складываться тот образ Петербурга, который существует сейчас. Петропавловский собор, здание 12 коллегий, кунсткамера, первоначальный вариант Адмиралтейства с высоким шпилем, а также основная часть фонтанов и скульптур Петергофа. Все это было создано в 30-е годы по проектам великих итальянцев Растрелли и Трезини. Тогда же в России впервые появился итальянский музыкальный театр. Типография Академии наук издавала регулярную газету «Санкт-Петербургские новости» и первые русские журналы. Комментарии Санкт-Петербургской академии наук, ежемесячные исторические и географические приложения к ведомости. Уже писали свои оды Тредяковский и молодой Ломоносов. Правда, императрица сама всем этим не особенно интересовалась. Ей по душе были забавы попроще. И сама она была, по большому счету, обычная помещица Анна Ивановна, которую случайно занесло на престол Российской империи. Спустя 2 недели после ее смерти все заведенные ею придворные порядки и выстроенные планы рассыпались, как карточный домик. Герцог Курлянский Эрнст Иоганн Берон, бывший всесильный фаворит императрицы Анны, в роли регента при императоре-младенце не устраивал никого. И в дело опять вмешалась гвардия. В ночь на 9 ноября 1740 года фельдмаршал Бурхард Кристоф Мених с 80 гвардейцами двинулся к Зимнему дворцу, занял все входы и выходы и послал своего адъютанта Манштейна захватить Герона. По рассказу Манштейна, герцог спокойно спал. Когда его разбудили, он попытался спрятаться под кроватью, но солдаты тащили его наружу. Тогда он, желая освободиться от этих людей, сыпал удары кулаком вправо и влево. Солдаты отвечали ему сильными ударами прикладом, вложили в рот платок, связали ему руки шарфом и снесли его голову до гауптвахты и положили в ожидавшую там карету фельдмаршала. Его несли через покои, где в гробу все еще лежало тело Анны Иоанновны. 6 утра в России сменилась власть. Регентом при младенце императоре стала его мать, 21-летняя Анна Леопольдовна, которую даже не блиставшая умом покойная императрица признавала на редкость бестолковой особой. Анна уже несколько лет была без памяти влюблена в саксонского посланника графа Линара. В нем теперь видели нового Берона.
Готовясь вступить на должность обер-камергера при русском дворе, Ленар ненадолго отбыл в Саксонию, чтобы уладить там свои дела. Но пока он ездил в России, снова сменилась власть. Российский престол заняла дочь Петра I, царевна Елизавета. О том, что готовится переворот в пользу Елизаветы, знали очень многие. К Анне Леопольдовне ежедневно приходили с докладами о заговоре, но она с поразительным легкомыслием не обращала на это внимания. Наконец, она все-таки решилась серьезно поговорить с цесаревной, которая была ее старше на 10 лет, и приходилась ей двоюродной тетушкой. Этот разговор сыграл роль катализатора. Елизавета поняла, что отступать ей некуда, и через сутки она с несколькими доверенными людьми в золоченой керасе поверх пышного платья явилась в казарму гвардейского Преображенского полка. «Помните ли вы, чья я дочь?» – спросила Елизавета. «Готовы ли умереть за меня?» «Готовы, матушка!» – восторженно заревели гренадеры. Итак, Елизавета отправилась на штурм Зимнего. Однако штурма не получилось. Дворцовый караул перешел на сторону дочери Петра Великого. Елизавета вошла в спальню Анны Леопольдовны со словами: «Сестра, пора вставать». В спальню младенца Иоанна Антоновича были посланы гвардейцы. Новая императрица строжайше запретила им будить ребенка. Сама взяла его на руки, поцеловала и сказала: «Малютка, ты ни в чем не виноват». Что с ним делать в тот момент, не знали. Так, с ребенком на руках, Елизавета из Зимнего дворца поехала в свой дворец. Младенец-император Иоанн VI Антонович станет железной маской на русский лад. Всю жизнь он проведет в изоляции. Сначала в Вороньенбурге, потом в Холмогорах, и, наконец, в одиночной камере Шлиссельбургской крепости под именем «Безымянный узник». Все время заключения он будет полностью лишен общения даже с надзирателями. И в возрасте 24 лет при попытке прапорщика Мировича освободить его погибнет от рук охраны. Его родители тоже остаток жизни проведут в заключении в Холмогорах, чтобы ни у кого не возникло соблазна вернуть их на престол. Но сразу после переворота еще никто не знал, что делать со свергнутым младенцем и его семьей. У Елизаветы были другие заботы. Первым делом она объявила, что намерена восстановить все порядки и государственные институты, которые были при батюшке, то есть при Петре Великом. В качестве высшего законодательного и судебного органа был восстановлен Сенат. Кабинет министров упразднен. В дальнейшем Елизавета очень строго следила за тем, чтобы никто из ее советников не пытался взять слишком много власти. И, упаси бог, не навязывал императрице свою волю. Не случайно во время коронации, необыкновенно пышной и торжественной, Елизавета, первой среди русских монархов, сама возложила на себя императорскую корону. Иностранные резиденты, помогавшие ей совершить переворот, очень скоро были разочарованы. Елизавета не собиралась плясать ни под чью дудку. После того, как ей в руки попали письма ее старого друга, французского посланника Шатарди, где он пишет о ней: «Мнение о малейших делах ее ужасает и в страх приводит. Слабость и непостоянство – вот суть всех царицыных поступков». Маркиз был в 24 часа выслан из страны. Новая императрица не забывала тех, кому она обязана короной. Гвардия. Свою охрану Елизавета Петровна поручила избранным гвардейцам – лейб-компании. Лейб-компанией называлась сверхэлитная воинская часть, образованная из 300 гренадеров и 64 заротных чинов, которые возвели Елизавету на престол. Лейб-компанцам было позволено абсолютно все. На часах они стояли из рук вон плохо. Напивались, засыпали, могли вообще покинуть пост. Но императрица им все прощала. Сама она была капитаном лейб-компании, а офицерами числились ее друзья и приближенные, в том числе братья Петр и Александр Шуваловы и Алексей Разумовский.
Алексей Разумовский не был сенатором, не возглавлял никаких учреждений. Он мог бы стать самым влиятельным человеком в стране, если бы захотел. Но он был благодушен и совершенно лишен честолюбия. Зато сумел составить личное счастье императрицы. Казачий сын из села Лемеши под Черниговым, Алексей Разумовский обладал прекрасным лирическим тенором и был необыкновенно хорош собой. Разумовский никогда не лез в политику, но всегда был рядом с Елизаветой. Добродушный, спокойный, надежный. Они очень любили друг друга и были вполне счастливы. Разумовский приохотил Елизавету к украинской кухне. Борщ с чесноком и галушками ей готовили едва ли не ежедневно. Вообще императрица очень любила хорошо поесть и имела свои привычки. Например, могла выпить чарку водки с редькой, есть жирное на ночь и пить много кофе. Личный кофешенки Елизаветы Карл Сиверс был обязан следовать за ней повсюду, чтобы варить ей кофе. Особенно же императрица обожала сладкое. Специально выписанные из Франции и Италии кондитеры возводили из конфет, пирожных и мармеладов фантастические сооружения, от которых ломились столы на пирах. Не слишком здоровым был и режим дня императрицы. Так же, как когда-то ее мать Екатерина I, Елизавета жила преимущественно ночной жизнью. Ей трудно было успокоиться и уснуть после шумных балов. К тому же, она боялась возможности ночного переворота. Поэтому Елизавета никогда дважды не ложилась спать в одной комнате. В ее апартаментах не заканчивался ремонт. Прорубались новые двери и окна, переносились лестницы. Все было рассчитано на то, чтобы предполагаемые заговорщики запутались. Однажды она даже отказалась подписывать трактат из-за того, что на ее перо села бабочка. Придворное расписание на неделю было закреплено особым указом. По понедельникам во дворце играет музыка танцевальная, по средам – итальянская. По вторникам и пятницам даются театральные представления. Елизавета обожала балы и маскарады и могла танцевать хоть сутки напролет. Особенно она любила устраивать маскарады, на которые велено было мужчинам приходить в женском платье, а женщинам в мужском. Все участники таких маскарадов обычно выглядели нелепо и смешно, кроме самой Елизаветы, обладательницы необыкновенно стройных ножек. Императрица вообще была очень красива, причем возвела собственную красоту в некий культ. Все обязаны были ею восхищаться. Никто из придворных дам не смел хоть в чем-то превзойти императрицу. Если фрейлина удачно украшала прическу, Елизавета могла лично срезать это украшение вместе с прядью волос. При дворе существовал диктат моды. Императрица регулярно издавала особые установления, в чем следует являться на балы и праздники, с указанием фасонов, цветов и отделки. Все торговцы, привозившие из-за границы дорогие ткани, обязаны были в первую очередь показывать их Елизавете, чтобы она могла отобрать самое лучшее. Платье она никогда не надевала дважды и часто меняла наряды по нескольку раз за вечер. Гардероб императрицы составляли около 15 тысяч платьев, несколько тысяч туфель и по меньшей мере два сундука шелковых чулок. В моде был стиль рококо и пышные платья на версальский манер с тонкой, затянутой в корсет талией и огромными юбками на фижмах, каркасах из китового уса. На голове с помощью шиньонов сооружались сложнейшие прически до 60 сантиметров в высоту. В виде причудливых шляп, цветочных клумб, даже кораблей и ветряных мельниц. В волосах закреплялись колбочки с водой, в которые вставлялись живые цветы. На ночь рекомендовалось надевать на такие прически чепцы, чтобы в волосах не заводились вши. Для красоты императрицы нужна была достойная оправа. И тут Елизавете очень пригодился радостный гений Растрелли-младшего. Сын знаменитого скульптора Бартоломео Карло Растрелли. Архитектор Бартоломео Франческо, или Варфоломей Варфоломеевич Растрелли, стал едва ли не единственным зодчим в русской истории, чьи самые смелые замыслы и
Дорогостоящие проекты были воплощены в полном объеме именно при Елизавете. Новый Зимний дворец, Смольный собор, Большой дворец в Петергофе, Царско-Сельский дворец. Все это стоило огромных денег. Один только дворец в Царском селе обошелся в 1 600 000 рублей. 9 600 000 000 на наши деньги. Налоги доходили до казны только в половинном размере. Остальное раскрадывалось чиновниками. Катастрофически не хватало монеты. Чеканный станок работал, не прекращая. Подданные не верили в спокойное житье и поэтому прятали серебряную монету в кубышки. Каждый год приходилось ее дочеканивать, но она уходила как в песок. На руках скопилось до 54 000 000, но их не пускали в оборот. Боялись. Целые отрасли, например, соляное дело, невероятно доходное по тем временам, ибо соль была единственным консервантом для продуктов, отдавались в монополии крупным вельможам, таким как Петр Шувалов. Невероятные размеры приобрела коррупция. При Елизавете практически все министры состояли на параллельном жаловании иностранных дворов. Наиболее известный поборами союзников канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин и вице-канцлер Михаил Илларионович Воронцов, который, по словам молодой Екатерины II, продавался первому же покупщику. Сама государыня, нуждаясь в деньгах, охотно подписывала так называемые субсидные конвенции, о чем часто сообщали своим дворам дипломаты. Согласно этим неравным договорам, Россия вступала в ту или иную войну на стороне того, кто предлагал ей субсидию, но не имела при этом права участвовать как сторона в мирном договоре, что очень обижало Елизавету. Елизавета Петровна подписала указ об отмене смертной казни. Целое поколение выросло в стране, где не применялась смертная казнь, и кнут не мог коснуться благородного. Первое поколение – непоротых дворян. Медленно, но верно развивалась внутренняя торговля. Появились первые банки, предоставляющие желающим кредиты под 6% годовых. Количество промышленных предприятий увеличилось в 4 раза. Одного чугуна выплавлялось 2 миллиона пудов, в 1,5 раза больше, чем в Англии. И больше половины железа продавалось на внешнем рынке. Население страны увеличилось за четверть века на 5 миллионов. Елизавета мучительно переживала приближение старости. И когда притирание и косметика перестали помогать, она прибегла к сильнодействующему средству. Увлеклась камер-пажом Иваном Шуваловым, который был на 18 лет ее моложе. Увлечение переросло в настоящую любовь. Разумовский все понял одним из первых, и без скандалов и выяснения отношений тихо удалился в одно из своих имений. Новый фаворит оказался под стать старому. Был спокоен, кроток и добродушен, абсолютно предан своей императрице. При этом он не требовал от нее ни чинов, ни денег и не лез в политику. Но в отличие от Разумовского, Шувалов получил прекрасное образование, переписывался с французским философом Гельвецием и целью своей жизни видел способствовать развитию русского образования и культуры. Именно с его подачи Елизавета подписала указ об учреждении Академии художеств и Московского университета. Но жизнь веселой императрицы состояла не только из балов, праздников и изящных спектаклей. У нее было одно серьезное, очень модное тогда увлечение – внешняя политика. В 40-е годы воинственный король Пруссии Фридрих II захотел играть ведущую роль в европейской политике и диктовать остальным свою волю. Этому воспротивились крупнейшие континентальные державы, и против прусского короля сложилась вдвое превосходящая его по силам мощная коалиция. Мария Терезия, императрица австрийская, Елизавета, императрица российская, и мадам Помпадур, фаворитка французского короля. Известный женоненавистник Фридрих II упражнялся в остроумии, придумывая для антипрусской коалиции названия, из которых самым пристойным было «Союз трех нижних юбок». Разгневанные дамы начали войну, которая войдет в историю под названием «Семилетний» и станет одной из самых крупных войн Европы.
Россия вступила в войну сразу после Австрии в 1757 году. Несколько сражений в Восточной Пруссии заставили Фридриха сказать: «Русского солдата мало убить, его нужно еще и повалить». И русские солдаты почти полностью уничтожили его армию. Восточная Пруссия получила статус российской провинции. Ее население присягнуло новой императрице. Через 3 года после начала войны русские войска, хотя и ненадолго, взяли Берлин. Еще через год положение короля Фридриха стало катастрофическим. Но внезапно военные действия остановились. В рождественский сочельник 24 декабря 1761 года Елизавета поняла, что умирает. Всю жизнь она панически боялась даже слова «смерть», но теперь была совершенно спокойна. Императрица исповедалась и причастилась. Мирно простилась с родными и близкими. Успела дать последний совет наследнику Петру Федоровичу и его жене Екатерине: «Живите дружно». На следующий день, в Рождество, Елизавета умерла. В гробу она лежала в серебряном платье с кружевными рукавами, с золотой короной на голове. Безмятежная и красивая, почти как в молодости. А все, кто был на похоронах, с недоумением наблюдали за странным поведением нового императора, Петра Федоровича. То он шел слишком медленно, то бежал почти в припрыжку, кривлялся, хихикал. Шептались, что он отозвал войска из Пруссии и уже предложил королю Фридриху II, своему кумиру, заключить мир без всяких уступок и контрибуций. И его совсем не смущало, что 1000 русских солдат погибли зря. Сомневались, здоров ли государь. Опасались, что безумец на троне может натворить немало бед. Ясно было одно. Нескончаемый праздник, ослепительный Елисавет, изящные танцы и сияние свечей в зеркалах – все это осталось в прошлом. И глядя на супругу Петра III, Екатерину Алексеевну, при дворе многие мечтали продлить прекрасную эпоху, заменив безумного императора юной императрицей.